Ну что, всем привет! Давайте начинать как раз 7 часов. Как-то как мы очень пунктуально даже. Так, ну приятно реально видеть. Мирослав, рад рад тебя видеть. Друзья, кто в зуме сейчас с нами, мы приглашаем вас включать камеры. Это дает такую как бы атмосферу, что мы в одном пространстве, в одном зале. И... Ну и и дает и скажем так не дает вам возможность сильно отвлекаться там на какие-то обычные ну какие-то дела там ваши домашние вот поэтому вы сможете быть более включённые э, в наш сегодняшний э, вебинар. Вебинар э, называется счастливые отношения без зависимости. Хотим мы этого или не хотим, в общем, нам все равно пришлось с нашими отношениями с Ирой все время разбираться. Вот, и немного мы расскажем там про, про разные случаи, там, и в том числе очень сложные в наших отношениях. Вот для того, чтобы ну, как бы вы понимали, что как бы без этого не обходится, это нормально. А, и там что-то почему-то сейчас сразу хочется сказать, там где-то было в каком-то из комментариев э, комментарий такой типа компромисс находить. Вот, так это как раз вообще не про компромисс. Вот, это про бескомпромиссность, про то, как быть счастливым в отношении без, завис без зависимости и без компромиссов. Э так, ну давайте мы немножко сейчас в интерактив с вами вступим. Какой вопрос зададим? Я сначала всем скажу привет. Привет, Фейсбук, привет, Зум и привет, Инстаграм. А то Макса понесло уже. Хочется классно сегодня провести вечер так, чтобы гармоничных и счастливых семей стало намного больше. Поэтому цель поставлена. Ну вопрос, давайте первое это а, напишите кому что откликнулось, кто кто в зуме особенно уже зарегистрировался, что вам откликнулось в постах и Макса или моем отношении со что такое ёкнуло, где вы себя увидели, может быть, или наоборот а, а, у вас есть понятие, просто интересно еще послушать. Да и напишите еще, что вы сейчас проживаете. Есть ли у вас отношения? Если есть отношения, поставьте единичку, если нет отношений, двоечку, например. Что вы проживаете вот в данный момент в отношениях? И рассказала, чтобы счастливых семей стало больше. Я бы так хотел бы тут добавить, чтобы счастливых людей стало больше, независимо от того, в семье вы или не в семье. А еще хочу сказать, что если вдруг там вы выпадаете из зума, то можете в Фейсбуке посмотреть на страничке, где? В, в свободных душах, да? Да. Не-не-не, у... на моей страничке. На, в у Макса и у меня в Инстаграме, если вдруг по какой-то причине там выпадете. Так, я без отношений пока пример для меня. Витя, ты бы с нами пожил. Мы ищем как раз няня, вот. как няня. 15 лет в браке. О, тут вообще классно. У нас 8 лет совместной жизни. И в браке ему сколько? 5-6 лет. Ну, у меня еще есть 17 лет да. другой семьи, поэтому разный опыт. Так, хорошо. Один, два. Давай. Три почти нет. 3 три это вариант, что уже в разводе или расходитесь, да? В отношениях живут с зависимым мужчиной. Зависимым мужчиной? От, от, я так понимаю, Ольга, от тебя зависимым мужчиной, да? Или от кого? Семья, двое детей, класс. Все складно, деток. все складно. У меня екнуло то, что я возлагаю на мужа надежды. И если он не оправдывает, то блин, злюсь. Угу. Много кто не в отношениях. А те, кто не в отношениях, напишите, как вы чувствуете, по какой причине у вас сейчас нет отношений. Устали или да мне и самому классно. Зачем делиться? Мне недавно сказали. Ну это же надо делиться всем. Какие у вас там мысли возникают? Почему вам? Привет, привет, тот, тот. объективно сама, але зі стосунками в голове не видно. Угу. Можно быть, даже без партнера, но в голове как в отношениях. Вот классно. Про процесс адап про живая адаптация, процесс создания договоренности в семейных отношениях на раннем этапе. Ух, договоренности. Так, ладно. Откликнулась про созависимость. Интересно, как выстраивать отношения без компромисса в комфортном партнерстве. Ожидаю малышку. Ожидаю малышку. Поздравляю. Давайте вот этот, этот момент по поводу создания договоренности в какой-то момент еще раз, может, напомните, потому что... Ну, это не такая уже однозначная вещь. Разошлись в среду. Меня вселенная направила. Краще самые а Анирскимысь. Кайф в одиночку. Дважды разведена. Слишком большие требования к партнершу, видео, да? Чтобы зожницей <с была <с и так далее. Ну ничего, это ведь это пройдет у тебя. Так, ладно, еще сейчас чуть-чуть прочитаем и начнем. Да, еще у нас тут добавляются пока. Мне казалось, что мне и самой классно, но понимаю, что я таким образом просто прячусь от отношений. О, хорошо, что вы это осознаете. У меня нет отношений из-за того, что я кайфую в одиночестве. Угу. Да, надо пометочку себе сделать, чтобы как там у нас будет момент, чтобы не забыть Осознать, а что такое, когда мы вместе? Как одиночество можно проживать вместе? И вообще, какие мы плюшки теряем, если мы в одиночестве только кайфуем? Ощущение небезопасности, не свободы в отношениях по-честному, если. Павел, история похожа на австралийского бизнесмена. Только я не из Австралии. После брака куча травм, боязнь женщин, и с мамой растет дочь. Угу. Отец, сына и кота. <laughs> нет развития, угу, нет развития, то есть остановились отношения, да, в каком-то состоянии сейчас. Люблю свое одиночество, замужем не была, не вижу подо подобного себе, властная, сильная, самодостаточно, независимая. Так, я в разводе, два года без длительных отношений, все время считаю, что построить семью для меня очень важно, но как это сделать, не знаю. уже потерялась смысл в отношениях. Ого, много сегодня кто вне отношений или кто уже был с болезненным опытом, да, очень классно. тогда мы много ресурсов можем сегодня выявить. А важно, чтобы вы давали обратную связь, когда мы будем вас вести для того, чтобы могли коснуться каких-то тем, которые смогли бы сегодня уже разрешиться. вы увидели истину. А, и когда вы видите реальность так, как она есть, сразу происходит изменение, и вы можете выйти на, на другой уровень. Но для этого важна ваша включенность. Может быть, будет выключена камера, но вот если вы будете хотя бы осознавать и писать, это уже по-другому будет восприниматься и нейронные связи новые ваши формироваться. Мой муж тоже с бородой. Хорошо. Ну и тут хотелось мне сразу вот такую штуку сказать вам что в зависимости от того, вот вы и можете это тоже э, условно использовать как исследование, в каком возрасте ваша психика в отношениях вообще находится. Вот если вы находитесь в детстве, ваша психика в отношениях находится в детстве, то то, что мы будем здесь говорить, э, скорее всего, вам будет, э, у вас будет желание большое как бы убежать, не слушать, вообще будет разрывать ваш мозг, Голова болеть. Голова болеть и... Интернет пропадать. Да, и вообще непонятно, о чем тут вообще. Уже люди в маразм впали, старческие. Такого не бывает и так далее. Вот, Если в подростковом, то вы будете чувствовать сопротивление, возможно, какую-то боль внутреннюю, в сердце, может быть, даже у вас будет как-то щемить. Но тут вы можете как-то остаться и поисследовать, послушать и попробовать разобраться вообще, почему там болит у вас. Ну, или можете думать, что у вас будет мысль, что вы лучше знаете, и вы, вы тоже можете кое-что рассказать и поделиться. Ну, ну, и мы не против, в принципе. Да, но сегодня просто позвольте быть в принятии, отпустить прошлое, старое и поприсутствовать, и тогда что-то новое прорастет у вас тоже. Да, если психика вашего взрослого, вы, в принципе, просто, просто будете констатировать, что да, так и есть, и, ну, может быть, какие-то нюансы для себя отслеживать, как-то еще дошлифовывать и подтверждение получать, что, оказывается, так тоже можно, так тоже может быть, вот, и это нормально. И ну, вот какая бы у вас реакция ни возникала, все-таки, ну, так как вы откликнулись на приглашение на этот вебинар, значит, что-то там уже в вашей душе созрело, и поэтому, ну, мы рекомендуем до конца как бы вебинара постараться дослушать и попробовать хотя бы что-то взять, независимо от того, какая реакция у вас будет. Что такое созависимые отношения? Давайте сейчас все... Сейчас важно, чтобы вы осознавали, как у вас, и выдавали это. Вот, ну, приходит, вот я так считаю: нету правильного, неправильного ответа. Вам важно вот сейчас выдать то, что у вас есть. Вот зачем это делать? Вы, когда вы даете, как есть, неправильно, хорошо, как нужно, это изменяется. То есть вы обнуляетесь, и что-то произойдет. Вы можете теперь. Это не гармоничное или не то убеждение, или не то сознание заменить на уже осознанно, на то, что вы захотите после этого вебинара. Но для этого сначала давайте осознаем, а что же туда заложено. Так что же такое созависимые отношения для вас сейчас? Вот как вы это видите? Увидели у себя, у других? видите, другие вас раздражают, вы видите, вот у них точно что-то не так, а вот у меня все намного лучше. Вот что это? Что такое созависимые отношения? Это не всегда про партнерство, да, мужчина и женщина. Это может быть в бизнесе отношения, могут быть в родительстве. Что такое созависимые отношения? Давайте поисследуем, так чтобы вы тоже включились. Вот прям посмотрите на на свою жизнь, на то, как у вас это происходит в сфере отношений. И напишите в комментариях, в чате, что, как эта зависимость у вас она проявляется? Когда есть перекладание ответственности, ожидания и вымоги. Так, вопрос, зачем нужны отношения? О, хороший вопрос. Мы к этому... Вот давайте вы ответите на него в конце. К концу давайте этот вопрос уже более... В зрелом. Да, более осознанно для всех посмотрим этот вопрос. Ответ будет точно, вы увидите. Так, вот ответы. Когда другой влияет на мое настроение, я ожидаю, что он сделает меня счастливым и должен реализовать мои потребности. Тут другой, да? Все видим уже второй отклик о том, что другой, есть другой. Первое, что это другой, и что-то с ним или так, или не так, или что-то он там должен. Следующее. Возлагаю ожидания на партнера. Мое настроение и эмоции зависят от его действия и настроения. Ну, почти повтор, при том, что рядышком очень. Когда нет свободы и принятия другого. Опять другой есть. Ну, зависимо всегда, другой. <свет> есть. Но первое про него мы пишем, да? Я про это говорю: что мы про него пишем, не про себя. <свет> когда есть ожидания. <свет> когда и вместе плохо, и порознь плохо. <свет> Супер Классовое тоже. Прям, прям в точку. <свет> Мышление категориями мы вместе, я и я. Безответственность. <свет> <свет> Супер. Класс. Непринятие при... Не природы партнера. Когда контроль и ожидания, когда закрытие своих потребностей через партнера. Контроль, хорошо. Так, стремление контролировать партнера стреми... э, стремится, Что? чтобы партнер соответствовал ожиданиям. Так, ну, все про партнера, да. Когда мнение и точка зрения другого влияют на меня, вместе тяжело и порознь никак mm -hmm. не получается. Когда мое состояние зависит от партнера, когда не можешь представить свою жизнь без другого человека. Супер. Мои ожидания, настроение. Сейчас ловите, ловите. Вот это все зависимые отношения. Кто, может, там еще не осознал, где? Вы же только не, не только с мужчиной, mm -hmm. можете и с ребенком тоже видеть какие-то такие вещи с родителями. Да, и вы смотрите, если, если, если э, ну вы этого не вы, вы что-то в себе не видели, но вот сейчас мы читаем чат, и то, что э, у вас есть, вот, то это про зависимые отношения. Мы сейчас следующим моментом разберем, чем же созависимые отношения для вас, э, ну, скажем так, не, неудачный такой вариант. Где вы, что вы теряете? Что вы теряете? Да. Мои ожидания, настроения, желания, претензии зависят от другого. Когда счастлив только с партнеров, как будто бы. Счастлив. Да. Не могу нормально заниматься своими делами, если партнер остается дома. Когда мы цепляемся за ожидания друг от друга. Когда живешь не своей, чужой жизнью, когда передаешь ответственность за себя партнеру. Это отношение, которое строится на основе разделенного ума, отсутствия целостности. Вот страх, что человек увидит слабости, недостатки, постоянная игра, подыгрывание, желание быть принятым, долюбленным, когда ищу родителя или ищу какую свою часть допринять. Супер. Когда я растворяюсь в другом, теряю себя, не чувствую себя. Жене, желание менять человека и контролировать его. Вот ловите у кого, даже если вы не в отношениях, вот у кого есть вот э, вот эти паттерны в поведении и с, вот, ну, в сфере отношений. Или, скорее всего, у вас прошлые отношения были именно такими, и теперь у вас или страх, или боль, да, остались, как послевкусие такое? Когда есть ожидания от партнера, но они не оправдываются, и ее тоже не оправдывается, говорим об этом, подстраиваемся, а потом все заново. Подстраиваем. Когда подстраиваем, вот смотрите, можно еще сказать, когда подстраиваемся в том числе. Вот классный ответ жить жизнью другого человека. Это по сути, вот если все то, что мы читали до этого, это очень так объемно описывает, что мы все время живем другими глазами, или потребностями, или а, желаниями, ожиданиями, контролем, но не, с, не собой. Да? Не свою жизнь. Фактически. Когда принимаешь, что человек не твой понимая, что человек не твой, но тебя хотят убедить в прошлом, Противно. в противном. Эмоциональная зависимость, настроение и утешение от, э, не от себя требуешь, а от другого. Когда мое истинное проявление зависит от кого-то. Даша, но ну я бы тут сказал, что когда мое ложное проявление <laughs> зависит от кого-то, потому что истинное твое проявление ну, на самом деле не зависит, и мы концу этого вебинара должны к этому подойти, к этому пониманию, восприятию, чувствованию того, как вот, как вот из истинного действительно, и что из истинного вы не можете зависеть от кого-то. Вот тоже, когда без партнера мир рухнет, когда есть кто-то, а меня нет. Так, ну тут еще 28, достаточно много, давайте быстренько. Когда твою командует подросток. А вот мы не виделись три года, а я все, что делаю в жизни, и самая главная мотивация это он. Я иногда подпитываюсь и пишу, а он пишет, что любит меня. Вот так вот такие отношения, да. Страх быть непринятым. Захотелось познакомиться с Мирославом. Так, наши вебинары еще имеют полезные направления. Хорошо. <свес> Зависимость от денег, как допинг. Вот тоже, да. Я не могу, значит, буду зависеть от кого-то. А, ну все, тут уже в, в зуме чатик, в принципе, мы дошли до, 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 конца. Желание разделять праздник. Страх быть непринятым. Вот еще, когда стан залежить от реакции, дей, партнера, когда я думаю, что в меня что-то не выйдет без этой людини. Хорошо, но ну мы сейчас еще еще углубимся в этом. Давай еще про зависимость. Какие да, примеры, да. что? Ну давайте обобщим немного, что когда мы воспринимаем так, что мое счастье зависит от другого, соответственно другой виноват в чем-то, если там не оправдывает мои ожидания что, что я, да, что я не могу без него быть счастливым или там мне чего-то не хватает, что мне чего-то не хватает без него. Что моя любовь зависит от него. Да, классно там кто-то писал по поводу эмоций, что ваше, ваше состояние, ваше настроение зависит от настроения партнера. Да? У кого такое есть тоже замечайте. Да, смотрите, тут есть у нас в Zoom, во всяком случае такие реакции. Пожалуйста, вы нам поддержите нас, как бы вот этими реакциями видите, вот, чтобы мы как бы видели обратную связь. Вот, когда, особенно когда что-то к вам заходит, когда сильно, если у вас прям меняется э, мировосприятие, то можете вот такую вот реакцию делать. Вот я показываю. Вот осознайте вот этот момент, когда ваше настроение, ну, приходит ваш партнер, там что-то обубнит, там, я не знаю, чем-то недоволен, вами недоволен, еще кем-то недоволен, вообще чем-то недоволен. И как вы себя чувствуете при этом? Вы остаетесь абсолютно счастливыми, как, как, и, как и без этого было, или, и, или вас что-то в этом не устраивает, и вы пытаетесь поменять вашего партнера, или как-то не дать ему прожить? Ну или наоборот, у вас что-то плохо, все, вас уволили, или там э, что-то случилось у вас в жизни, вы приходите, а э, ваш партнер счастлив, и как вы в этот момент себя чувствуете? Или если ваш партнер, например, думает по-другому? Вот, и на какую-то важную для вас э, вещь, там, как-то вот по-другому. На, на детей, на, например, на питание. Он, кстати, Витя, тут... Совместное путешествие. Совместное, а он не хочет ехать туда, куда вы хотите, а вы не хотите туда, куда он хочет. Так. На меня влияет даже настроение прохожих, мимо незнакомых людей. Настроение просто становится общим. Часто. Общим. Супер, хорошо. Запись Теп будет. Теперь, да. э ну давайте тут еще э можно немножко посмо посмотреть про созависимость. Давайте немного еще посмотрим, что также, также тут есть зависимость. Если есть вообще какая-то зависимость, то вы тогда можете зависимо чувствовать себя еще от каких-то обстоятельств жизненных. Вот, э или жизненных обстоятельств э а, вот еще чего. от чего. Вы тут начинаете перекладывать ответственность на обстоятельства и также на свое прошлое. Вот на своих родителей в прошлом. Вот что это они виноваты вот, в том, что я себя так чувствую там, или я себя так веду и так далее. На свой темперамент, что вы да. такой. На, на свою там судьбу там и так далее. То есть вы перекладываете не проживаете вот то, что есть сейчас, а перекладываете ответственность на что-то вовне, ну или вовнутри, как будто бы эти объекты как, ну, как будто бы эти объекты могут управлять вашей жизнью. что, что вообще в результате ну, сегодняшнего вебинара у нас должно появиться э, такое ощущение как, как вообще быть хозяином своей жизни. Как вот быть хозяином своей жизни? То есть жить ту жизнь, которую вот вы хотите сейчас жить. Эм... Хорошо. Чем это... Что вы теряете при этом? Давай, Русь, ты. Ну, я хотела сказать, чтобы мы посмотрели, мы посмотрели, что такое созависимое отношение, и никто здесь не написал, что это про любовь, да? Нет уж там любви. Никто не написал, что это отношение... С о любви, о, как, о какой-то радости, да, о каком-то счастье. То есть, и когда мы стремимся эти отношения э, оставить или стремимся вернуть, или стремимся войти или выйти, да, то по сути там э, вообще любовью и не пахнет. Да? Но изначально, э, соединяясь с этим человеком или даже зарождая идею, что мы хотим войти в отношения, мы же все про любовь верно здесь ну про какое-то чувство но это даже больше чем чувство это уже то что по сути всегда есть было и можно увидеть не только в проявлении между людьми да но можно увидеть это и в отношении с, с жизнью с, со всем миром со всей вселенной со всем что нас окружает так вот при... Зачем мы соединяемся с партнерами, да? зачем нам нужны вообще отношения и что мы теряем, если мы в отношениях э, созависимые. Давайте почувствуем. И для того, чтобы это реально почувствовать и осознать, что такое отношения, э, давайте посмотрим в отношения, когда входит... ну мы сегодня берем мужчину и женщину, когда в отношения входит мужчина и женщина. Мы называ... начинаем называть это отношениями. Кто первый входит в отношения? мужчина, потом женщина, или как у вас это было? Сначала вы вошли в отношения, потом ваш партнер, или вы завошли, а через полгодика партнер подошел? Как у вас это произошло? Или, или, или как? Или это одновременно произошло? Партнер потом я. Да, я вот сейчас веду к тому, чтобы вы увидели, что вы вошли в партнерство, в отношения, ну и в любые отношения так и входятся, это одновременно, да? Есть коннект, что вы, вы видите это сейчас, что это одновременно происходит. Нет такого, что через полгодика мой партнер, партнерша подбежали и сказали, ну ладно, теперь я вместе с тобой, ты уже тут выстроил отношения, и теперь я буду дальше с тобой. Так, порядок навести, Настя. Я на месте, на месте. Одновременно, вместе, да? все было очень взаимно. А, я зашла и знаю, в чем у нас тусунки. Но это мы посмотрим, что это за отношения. Это как раз и здесь вот вот эта соединенность одновременно здесь шашечки, вот присутствует это состояние любви. Это даже не чувство, а да? это твоя, состояние, шашечки. которое по сути просто ну вот оно было, и я бы сказала, что я, я к этому всегда веду, что любовь — это данность, она всегда есть. Но по какой-то причине, в какой-то момент периода взаимоотношений наших мы это состояние теряем, как будто бы его нет. Но оно всегда присутствует. Вопрос в том, что же такое ложное сейчас в моих глазах, в моем восприятии моего, моего партнера, меня существует, где у меня хлам, который я в него смотрю и считаю, что это мой партнер или я. И не вижу сути. Сути это вот этой любви и вот этой искры. И а, для того чтобы почувствовать, кто такие равные в отношениях, давайте увидим, а кто такие неравные в отношениях. Да? Отбросим ложное, увидим ложное. И вы. Можете в своих отношениях, в прошлых отношениях или в настоящих или в воображаемых, да, то есть и осознавайте сейчас, если это воображение, то это не реальность, да, то есть это уже не отношение, это, это отношение с а, воображением, которое происходит не, не сейчас. С воображаемым героем. С воображаемым героем, который, ну, воображаемый, да, он себя ведет. Тут, тут, тут дед, Мороз. дед Мороз. Тогда вот сейчас давайте посмотрим, что такое неравные партнеры которые не вошли в одновременно не два взрослых да в отношения мы же говорим входит два взрослых два равных человека и давайте посмотрим на возрастание вообще психики нашей и у всех было наверное сами себя помните может быть у вас есть дети рядом может быть вы видели племянников маленьких ну давайте вспомним как ведут себя дети до трех лет и сразу же аналогию переводим, аналогию переводим на, на отношения. Да? То есть вот дети, которые в отношения вступают до трех лет, какое у них поведение? Что дети до трех лет вообще могут? Как они взаимодействуют? Как они общаются? Какие чувства у них возникают? Какие потребности у них возникают? Тянуть внимание на себя тотальное, да, вот, ну, кого там, особенно там до года, после, там, после полтора года еще ребенок уже начинает отсоединяться от мамы, да, но от кого он тянет внимание осознавать? От родителя. И тянет и требует, мама, 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 смотри, 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 хочу, 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 дай, 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 мне, мне, мне. И это почему происходит? Потому что состояние у этого человека, у этого ребенка, это состояние жертвы, потому что он зависим, он тотально зависим от другого. И что он может это все время заявлять о том, что он хочет и о своих потребностях, потому что он по факту ничего не может. До года он даже не осознает, там, до полугода осознает свое тело. Он только может плакать, кричать, когда чувствует, там, что что-то хочет считают, что родитель будет понимать без слов, ну потому что он и объяснить -то не может, что он хочет. По сути, он же даже не может сказать, чего он хочет. Он что-то хочет, кричит, пищит, плачет, сам не может понять, что с ним происходит, не понимает свои эмоции. Он просто их эмоционирует, кричит, не может осознать, потому что у него еще нет ментального тела. Он не может объяснить. И только мама может ему сказать или папа, слушай, ты сейчас боишься, ты, тебе больно, тебе страшно, ты обиделся, да, только только вот взрослый, который может донести ребенок такой, а, ну, у меня добренько такой, когда говоришь что он чувствует, то такой улыбается сразу, да, да, точно, точно, ну, как вибрация, совпадение слова и состояние, вибрации, оно соединяется, и оно схлопывается, и ребенок счастлив, о, спасибо, что объяснили мне, что со мной и так, осознавайте сейчас, да, что это поведение ребенка до трех лет, но если у вас есть такое поведение вы, а, или или вашего партнера, да, то это отношение или родитель кто-то из вас роль выполняет, у которого требует, и второе, это ребенок до трех лет, это вот это состояние жертвы, что вы зависите тотально от вашего партнера. Давайте дальше посмотрим. Ну, уже три года, и там, говорят, кризис начинается, да, у нас трехлетний, от трех до шести лет. Что там, какое там состояние у нашей психики, да, мы сейчас про психику говорим, ну и, соответственно, аналогия поведения ребенка, потому что так мы взрослеем. Ну, вот возраст детского сада с трех до шести до семи. С трех ну. до шести до семи лет это уже я начинаю соображать немножко, и там появляется очень классная фраза. Во-первых, там эмоции. Я сам, вот, да. Что такое ментальное тело? Ментальное тело это наша возможность самовыражать то, что мы чувствуем, думаем словами, мыслями. Да, у нас появляется ум, который развивается по мере, там начинает соединять цепочки, потом логическое восприятие появляется. То есть ментал начинает нарастаться. Ум, ментал это одно. Так. Я а... сам, появляется, я сам, я сама не лезьте. Угу. Давайте еще что в детском саду. Явно как, выражено. Какое поведение? Вот встречаются два трехлетних, два шестилетних ребенка, и вдруг один хочет, другой не хочет. Как они решают э, вопрос? Драки, отвоевывание пространства, они что-то объясняют друг другу, договариваются, а договариваются, компромиссы ищут, находят. Да, находят. Находят что-то Обида. Блин, я в садике. Да, ребят, мы же об этом. Мы не только кто Не только вы, все мы проходим эти этапы. Наташа, не только ты, половина человечества в садике еще в отношениях находится. Но самая ценность, дойдите до конца, когда вы осознаете ложное, да, ну вот сейчас осознайте, что мы делаем, мы сейчас осознаем ложное, и осознайте, сколько вам лет по паспорту. Если вы здесь, то вам по факту уже 18 плюс, да, то есть вы уже не в этих возрастных категориях, но ну просто вам об этом не сказали, э, это не норма взрослого человека поведения. Обижаться, чувствовать вину драться, доказывать, требовать, нуждаться, ревновать, ревнует кто? Ребенок родителей своих ревнует. Ух, да, да, вот до трех лет там ревность еще там. Мое. Ну даже до шести почему. Мне... Ну, но, то есть... но, но если это обострение происходит дальше по возрасту, не... если не принимается. Вот все эмоции такие, это все детский садик. Ненависть, что там еще? И ненависть, и любовь одновременно, да? Такая, прям и бью, и люблю. Соревнования, еще мы дойдем, это не здесь, а, в, в одиночном выпадку домовляются. Ну так, в одиночном. А, мы же видим, что там, когда а, мы сейчас говорим о том, что есть возрастные категории, это не про то, что мы всегда в них находимся, да. Это про то, что в какие-то моменты мы западаем. А почему? Чуть-чуть попозже я об этом скажу. Сейчас просто давайте обнаружим, что бывает, да, у нас бывает такое, и осознайте, что страх, это не норма. Страх, ребята, страх. Страх это детский сад вот до шести лет, когда родитель вам говорит, это реально, а это тебе приснилось, это реально, а это ты себе придумал, это реально, а это вымышленный персонаж. Вот есть тот родитель взрослый, который вас ну, показывает осознанный, если осознанный родитель, то он может вам объяснить, что это выдумка, что это воображение, что в воображении с партнером не построишь отношения, что выходи, вот у тебя есть друзья, вот дружи, общайся. Смотрите, и кто-то тут написал, не в каждом взрослом есть полноценно сформированное ментальное тело, чтобы выразить все ясно. Мы сейчас, в принципе, к этому и ведем: что вообще человеческое сознание, коллективное всего человечества пока в подростковом возрасте находится. Поэтому среда, в которой мы живем, подростковая. Мы сейчас, когда начнем про подростковое говорить, вы это увидите. Поэтому, конечно, среда на нас влияет. Вот, и поэтому вот эти паттерны, которые есть в среде, почему, почему мы пытаемся решать наши какие-то вопросы в отношениях, они не решаются, потому что мы решаем это детским способом или подростковым, там это не решается. И мы постепенно сейчас дойдем до взрослого восприятия, и вот с этого восприятия у нас начнет уже раскрываться. Ну и вот еще про этот период скажу, что ребенок до пяти лет, он испытывает, не там, до, да, до пяти лет ребенок просто испытывает эмоции. Он эмоция. Я и эмоция это равно. Да? То есть если есть эмоция, то все, она течет, как река, а я в реке этой за, за рекой теку. И только с пяти лет до семи появляется физиологическая возможность у человека психически научиться справляться с эмоциями. И для того, чтобы мы... Вот представь себе, для того, чтобы появился навык справляться с чем-то или у... научиться что-то делать, что вам нужно? Чтобы вы на чему-то научились, какой-то новый навык вы хотите, что... Как вы знаете, что он существует? Как вы знаете, что он может быть и что он приносит пользу? Как вы знаете, что он нужный, он служит? И вот вы сейчас его возьмете и будете ежедневно делать, да, повторять это действие и получите этот навык пройти через это, столкнуться с этим, да, то есть рядом, ну, условно, должен быть взрослый, осознанный человек, который умеет справляться со своими эмоциями, и его навык просто проводит вас, говорит, что да, ты чувствуешь сейчас волнение, но если ты там будешь обращать на него много внимания, то ты еще больше будешь волноваться. А давай мы, например, представим, что мы это волнение спрячем в сундучок, да, и направим внимание на то, что ты хочешь. И так родитель ежедневно выстраивает у маленького ребенка навык справляться со своим волнением, да, и это с пяти лет он начинает уже справляться, он начинает осознавать, что такое волнение, и делать маленькие шаги. И в итоге с каждым со страхом точно так же, когда родитель говорит, да, ты сейчас боишься, но это страх, это не то, что есть, да, давай посмотрим, есть ли там этот монстр под твоей кроватью, и они заходят вместе, да, то есть есть взрослые смотрят, и, и так нарабатывается навык у ребенка до взрослого, там, маленькими шагами, что вот тут вопрос как раз есть, а что страха у взрослого нет, да, и тут появляется осознавание того, что у взрослого страха нет, потому что страх ⁇ это позиция ребенка. Давайте да. еще я тут немного добавлю. Эмоции ⁇ это способ вообще взаимо... ребенка взаимодействовать. С... Это, его... Это... это его язык. Качество, это такая. его язык, как он может э выразить себя и добиться того, чего ему действительно сейчас надо. Он не понимает, как вот объяснить, как вот договориться, но он через эмоции, эмоционально вот идет к этому, и через эмоции это пытается добиться этого. Поэтому посмотрите, когда, когда у нас эти части психики, они тоже есть, но когда мы в детской части психики, то мы впадаем в такое состояние, похожее как на ребенка, когда мы эмоциями пытаемся чего-то в своей жизни добиться. И посмотрите, у кого это тоже срабатывает как паттерн. Тут вот момент такой эмоции, это способ взаимодействия всего женского пола. Это моя любимая сейчас тема, я ее исследую. У меня мальчик растет два, два года ему. И я увидела ложную концепцию всего человечества. но я ее пока так чувствую, и я думаю, что я, может, и книжку могу написать скоро: про то, что есть выгодная позиция мира и человечества. И когда мы что-то называем истинной называем ложное, то это не изменяется. И мы называем всем то, что женщины эмоциональные, они очень эмоциональные, вот они не может, могут сдерживаться, а мужчины должны это терпеть. И получается, что у нас в сознании человечества выстроилась такая гендерность, а гендерность это ложная, это не то, что есть. Я вам скажу такую штуку, ребенок, когда рождается, ребенок, когда рождается, мальчик или девочка, мозг у них одинаковый. Нету мальчика мозга и девочки мозга. Мозг и у ребенка, девочки, и у мальчика одинаковый, и он начинает отличаться в два года потому что до двух лет говорят, ты девочка, ей можно, да, девочкам запрещают испытывать эмоции, ну, она кричит, истеричит, окей, испытывай, там, там, это же девочка, ей можно, а что говорят, когда мальчик испытывает эмоции, начинает плакать, истерить, требовать, а, а мы только что сказали, что истерика, а истерика это просто комплекс эмоций, которые ну, ребенок вообще не может сообразить. У него есть потребность. Истерика, эмоции ⁇ это изначально потребность. Потребность у разного возраста разная, да, там до года это еда, вода, сон, э -э -э, чувствование тела, что у него там все хорошо, все, там лежит он удобно, да, там потом постарше это его внимание ему нужно и так дальше, и каждая потребность каждым возрастом заполняется определенным сначала родителями, потом социумом, и если он через эмоции это не получает, то эта эмоция усиливается или накаляется, и вот... Получается, девочка, она проявляет эмоции и добивается того, что хочет, а мальчику, что говорят, когда он уже там годик-два, когда он испытывает эмоции, у него потребность, он заявляет, а ему говорят, э, ты же мальчик, ты же не будь тряпкой, не будь девочкой, ты не должен так себя вести, а у него эмоция равно потребность, это равно, ты мальчик, твоя потребность не должна сейчас заполняться, ты должен ее спрятать. Нет, сейчас не время, не чувствую этого. Ты должен вести себя не так, как девочка. И, соответственно, если девочка эмоционирует и может проявлять эмоции, это данность. Не девочка, значит, не проявлять эмоции, не вести себя так. И в итоге, когда мы вырастаем, если мы не проходим этап взросления эмоций, не выходим в ментал, в ментальное тело не вырастаем, то мы просто закрываемся эмоциям, а эмоции — это часть нашей энергии, очень сильной, и тогда мы не можем вырасти в нашей психике, мы не можем быть эмпатами, мы не можем воспринимать другие эмоции, мы не можем их чувствовать как данность, что это есть, с этим все нормально, Эта эмоция, она есть, и я могу ее испытывать. У нас не нарабатывается навык воспринимать эмоции, вот ежедневный такой навык, маленький-маленький, потеря игрушки, поломалась игрушка, друг перешел в другой садик, там мне не дали конфету, да, вот я не грущу, я не плачу, мне не разрешали, в итоге, когда мы вырастаем, эта эмоция не наработалась как навык восприятия, и, соответственно, нам потом мужчины меньше живут, мужчины чувствуют там себя невостребованными еще какими-то и не могут заполнить свои потребности. И второе, и самое главное, они не могут воспринимать женщин, потому что они не прошли этап взросления в эмоциях. Вот и все. Это не про то, что девочки хорошие или плохие, или наоборот, кому-то можно или нельзя. Это просто вот это ложное восприятие правильного и неправильного воспринимания эмоций, мальчики или девочки. Так, давай двинемся дальше. То есть, то есть вот это, смотрите, эмоциональность в отношениях, это детский сад. Вот это примерно возраст до, до 6-7 до лет. Держимся дальше. Тут Подраст... есть страх есть и у взрослого, он просто в него идет и решает вопрос, принимает ответственность. Страх ⁇ это признак, что мы... Переходим из нового из какого-то одного состояния в другое. И тут вопрос: что когда взрослый видит страх, он видит, что он нереальный и проходит через него все. Это просто качество энергии страх. ни, ни, ни больше, ни меньше. Давайте про страх, я, Ой, я прошу... Дети. Что страх это, это детское она как бы так вот природой придумана для того, чтобы ребенок не, не, лез туда, куда не надо, условно говоря, потому что он не может за себя взять ответственность, он не может широко посмотреть на мир и увидеть, что это там надо туда ему или не надо. Вот. И страх в детском возрасте это его, его оберегает. Во взрослом... Да, оберегает, как жизнь жизнь его оберегает. Но во взрослом возрасте мы сейчас дойдем туда и мы там посмотрим, если там страх, и мы в состоянии пойдем в присутствие и посмотрим, если там в реальном взрослом Рома состоянии э, страх, или это просто детские паттерны остались, которые которые вы просто проживаете, исцеляете в себе и они уходят. Тут Под, пишут... Давайте подростковые, потому подростковый, что у нас. Еще... Ну я вот просто отвечу на один вопрос. Мальчики в среднем живут на 10-12 лет меньше, почему-то. Не разрешали взрослеть, не взрослеть, а про то, что энергия у нас мы энергетические э, существа. Я думаю, что все согласятся с этим, и мы достаточно объемные. И часть очень сильная часть нашей энергии это эмоции. Если нам говорят их подавлять, то куда мы их направляем, если они не выходят наружу, они не проходят через нас, то если мы их подавляем, то где они? Они остаются. Они остаются в нашем физическом теле. Эта энергия как закупоривается. И, соответственно, появляются проблемы с физикой, с телом, и, и у мужч ну, или зависимость от каких-то там а, алкогольных там, веществ. Там, кстати, тебе Таня вот Аня Коваленко написала, что в сундучок не надо прятать. Это ты примерно но... Волнение, но в зависимости от того Как вы ребенку напишите Объясните, почему Может быть разный способ Это не про то, что запнуть и забыть Это про то, как можно справляться инструменты. И у каждого, конечно, родителя свой вариант, как, как донести ребенку, как с этим справиться. И понятное дело, что родитель не словами объясняет, а состоянием. Если вы можете состоянием показать, что волнение вот так переключается на то, чтобы идти вперед и делать то, что ты хочешь, это слова, это только результат вашего состояния. Если вы не можете объяснить, не можете передать это состояние, то и словами не сможете объяснить. И можете говорить все, что угодно, хоть в книжках будет написано, это не сработает. Ребенок будет считывать ваше состояние. Давайте, давайте, давайте пока дальше. про взрослых. Да. да, с 6 до 12 лет. Какое поведение у ребенка, какие отношения у там у равных у э, детей, которые в школе учатся, как какие там взаимоотношения у мальчика с девочкой вот встречаются, что они там делают, как они себя ведут. Шести до двенадцати лет. Шести до двенадцати. Вот первый класс, вот девочки косички, ой юпочки, ой мальчики э, книжки, э, там что они? За косички дергать. Эти рогатки делать, плевать, да? Пытаются обратить на себя внимание. И что там э, очень важно, э, Кто круче, лучше? Ну, кто круче, лучше, немножко постарше? Останется ли запись? Запись останется. Алло. А -а -а -а. Тут есть, начинается ж оценка, да? Заметьте, школа, школа, оценка. Хороший или плохой? Правильный, неправильный? И отношения также выстраиваются. И здесь вот... Э -э там, быть хорошим, вот, или, или быть хорошим, или от обратного не быть хорошим, но, по сути, все об одном, чтобы было другим лучше или хуже, да, то есть я выстраиваю себя из позиции другого. А, да, вот как раз, кто лучше, обратить внимание на себя. И вот это, это именно этот возраст, когда, когда начинает формироваться уже понемногу вот, ментал, и мы начинаем исследовать правила, как, как правильно, как вот в социуме устроено все, как себя правильно вести. Вот и посмотрите, если у вас есть э, так, такой внутри как бы запрос, вот как правильно, вот как правильно себя вести в отношениях, как мужчина, женщина должны себя правильно вести, проявлять. Вот это примерно с этого возраста. И здесь в этом возрасте почувствуйте, когда вы в отношениях, это тотальное обесценивание себя. Или вы берете обратную сторону, вы обесцениваете партнера. То есть его действия или свои действия, свои потребности, свою нужду, свои интересы, свое желание куда-то путешествовать. Да, посмотрите, это именно этот возраст лишь бы другим, но не мне, лишь бы ему, лишь бы детям, лишь бы еще кому-нибудь, или наоборот, все мне, то есть от обратного, или та, или та сторона, или хорошая, или плохая. Угу. Дальше идет у нас возраст 12-16 лет. Ну, ну и... давайте 18, даже до 18 уже возьмем. Давайте 12. 18. 18. Ну и тут начинается у нас. Что? Тут уже изучение как своей сексуальности, так более в практическом плане начинает изучаться. Здесь правые и неправые, справедливые и несправедливые. И здесь как раз вот формируется... Если у вас постоянные проблемы, вы одну решили, а другая появилась, еще где-то, еще одна. То есть постоянное перекатывание с проблем в проблему. Тут, сорев... Тут уже появляется конкуренция, соревновательность появляется. Или вы, или партнер. Да, или там за партнера появляется конкуренция, соревнование. Или вы лучше знаете, что вашему партнеру делать или не делать. Да? Давайте обратную связь. Я права, ты нет. Да. да. Угу. Или ты лучше знаешь, ты принимай решение? Еще в этом возрасте что проявляется? В этом возрасте одновременно еще происходит сепарация от родителей. Более, более глубокая сепарация от родителей. Соответственно, тут еще э, такие бунтарские тоже настроения начинают проявляться. И они также проявляются, конечно же, и в отношениях. Манипуляции здесь. Да, манипуляция, кстати, это этот возраст, когда вот хитрость вот начинает, тут уже, тут уже у человека начинает, мозги начинают уже так вот включаться, работать, и мы начинаем исследовать, а как мы тут можем как-то схитрить, обхитрить, как мы можем проманипулировать, как мы можем как-то что-то скомбинировать, чтобы добиться чего-то своего кто-то такое замечает в себе в прошлом или сейчас? Или вы выстраиваете так отношения, так стремитесь к этим отношениям? Мирослав, может, головой, что такое бывает? Но еще и здесь у вас может быть такое состояние, как фоновое, что вас все время используют. Вот это вот показатель именно этого возраста, что вот каких-то целях все время вот отнош... что не отношения замечаем ага замечаем так да формируется личность о кстати классно что личность смотрите в этом возрасте очень важный момент еще а -а -а, обратите на это внимание что мы стараемся казаться лучше чем мы есть или хуже чем мы есть то есть начинаем формировать из себя какой-то образ ложный вот чтобы, чтобы подстроиться или понравиться нашему ну, партнеру, или, или какой-то среде, или сообществу, в котором мы там входим, кто это сейчас замечает в себе? Мы, мы заб... Но, там так... уже руки поднимают. Еще мы забыли сказать, ребята, что сейчас в этом вебинаре не делайте никаких выводов по поводу сейчас развожусь, вот, вот тут уже пишут сообщения, или ухода куда-то. Сейчас вы увидите, что то, что вы сейчас обнаружили, это все потому, что вы не со своего места смотрите на своего партнера. Потому что вы вам по факту осознаете, что сейчас сколько-то лет, 42, 32, 18 а вы ведете себя с вашим партнером почему-то как 3, как 6, как 12, как 18, да? Так если вы делаете вывод то же самое из этого возраста, то это же, не, это же вообще-то не про то, что есть. Я с вами уже доросла до подростка. Да, родители не только одного сына, да. Так, можно созависимые отношения между мужем и женой спасти? Вот этот я тут специально вернулся. Не надо спасать ничего. Вообще надо сначала стать на свои места. Но мы к этому концу вебинара постепенно придем. Мы про то, чтобы обнаружить свое местоположение, и тогда с этого местоположения вы увидите, что всего этого нет. Вот реально этого нет. Вот и, ты, и, вы, и вы тогда сможете увидеть этот мужчина или женщина, который рядом с вами, вам дальше mm -hmm. с, нему, с ним по пути или не по пути. Просто вы из истинного это увидите. Вот, и, конечно, да, смотрите, тут может быть такое распроотношение. Это старый паттерн тоже такой, как бы еще прошлого века. Раз про отношения значит, их надо спасти. Значит, отношения надо как-то спасти и обязательно, чтобы они сохранились. Тогда все, мы победили. Залатать, заштопать, заплевать, замаскировать. Да, ради, ради детей, ради того, чтобы родители не расстроились, не обиделись. Там соседи чего-то не сказали бабушки, дедушки там и так далее. Вот. То, тут есть, у кого такое восприятие есть, что отношения, это значит, надо, чтобы они, надо их сохранить. Поднимите, пожалуйста, как-то вот дайте, пожалуйста, обратную связь. У кого такое есть? Или, вот. или быстренько из них выйти. Другое. Так. Ты же всех не видишь там, да, потрогать, покладывать. Угу. А все не показываются. Ага. Хорошо, есть такое дело. Казаться лучше. Смотрите, вот это еще отслеживается. Это подростковое, что что надо казаться лучше или как-то хуже. То есть не быть тем, кто вот я есть, а надо быть каким-то, чтобы подстроиться. Здесь вот тоже в зависимость мы начинаем попадать. Так блин, я подросток, у меня даже прыщи, как у подростка. Да, кстати, ваше тело, ваше тело может говорить вам про то, какой вы позиции, это прыщи, это у вас тело может быть подростковое такое, оно не может э, набрать форму, к примеру, или женщина, она не округляется, да, там грудь не появляется, такие, как сухость такая, или мальчики такие сухие палочки, вот это подростковое, это вот тело ваше, оно всегда тоже транслирует ваше состояние. Да, 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 и вот тут вот сейчас пишут, да, надо сохранить, было такое, или тут, конечно же, отношения нужно сохранить и то и то ну то есть надо вообще ну, мучаешься ты не мучаешься но сохранить их нужно тикаты по той причине сейчас все разводятся через год совместной жизни и для подросткового возраста это нормально понимаете коллективное сознание подростковом возрасте мы вышли из возраста там, где... Сколько там? До 14 лет, когда надо жить правильно. Надо всем быть... Всем отношения надо сохранить. Вот так жить правильно. Быть хорошими, да? Да. Ну, по правилам. Вот мучаешься, но все равно сохраняешь, потому что так правильно. Вот это вот возраст. Этот возраст коллективный мы уже прошли. Мы сейчас перешли коллективно в возраст, когда... Там от сколько? От 12 до 18. Сколько ваши отношения от 12 до 18 вообще длятся? Сколько для... Сколько... Через год уже развестись. Вот а, примерно так. Но еще осознавайте, даются ли дети да, в эти периоды такого состояния? нужно Вообще жизнь может дать таким детям или, не знаю, подросткам, детей, да если кто-то стремится там. И если, например, есть желание забеременеть, и люди не могут забеременеть просто физиологически, потому что жизнь не откликается на подростковую потребность в детях. Или или до трех лет, например, которых жертва находится. Так, бороться за свое счастье нужно бороться. Тоже, да, смотрите, бороться надо. Это значит, надо что? Кого-то обязательно вот, привязать к себе вот, и не отпускать. Бороться там с другими... Ну, с партнером толкаться. Да. А зачем людям, которые не умеют строить отношения, дети, это э, безответственно. Ну вот, поэтому... Часто и заметьте, что все это мы только что говорили, это про то, что что-то с отношениями, да, отношения в отношения. А -а, но ни разу не сказали, что я, я, что со мной где-то, что-то я, что что со мной, что во мне, как я вообще здесь, где я в этом всем. Так. Раньше было так, что нужно, нужно спасать, с сп, початку э, спочатку с партнером поговорить, а тогда уже вы чи працювати над відносинами, чи расходитись. Э, есть про сохранение, потому что отношения влияют на психосостояние детей и на их будущее. И э, так как оно влияет? Когда вы в, с партнером все время ругаетесь, но вы вместе сохраняете отношения, это что же тоже влияет. Вот, поэтому для детей будет более полезно, когда папа и мама счастливы, отдельно или вместе, неважно. Так, хорошо. Ну, теперь вы немного, мы немного могли увидеть, то есть примерно с какого возраста мы, попад... мы как бы в отношениях находимся. Примерно в каком... Если, если вы там в эмоциях, в реакциях эмоциональных, то это детский сад. Если как правильно неправильно надо сохранить отношения, вот, то это такой как бы переходный возраст между детством и подростковым. Если вы начинаете там манипулировать, конкурировать, соревноваться и так далее, то это про подростковый возраст. Как взрослый? Давайте вот сейчас дойдем до взрослого и потом. Или про ответственность, а потом уже пойдем про взрослого. Как взрослый? Давайте попробуем представить, как, как взрослые Не, не взрослый, как, как, потому что борода у него или... Уже было 10 девушек. Да. Парень, да. А вот как вот реально вот уже... Как, как вот вы взрослым становились? Ну вот вы развелись уже 10 раз. Ну, к примеру, я так утрирую немного. Развелись 10 раз, попробовали всего, поняли, что... Э, чего что стоит. Вот. И в конце концов ваша психика дозревает, созревает. Вы начинаете понимать цену своей жизни, вы начинаете понимать, что у вас жизнь это одна, что вы не должны жертвовать собой э, ради чего-то. Вот. И вот давайте взрослые, это, ну, каждый в своем возрасте находится. Это значит, что, что вы присутствуете в настоящем, вы не присутствуете в детстве. Вы не присутствуете там в переходном или в подростковом возрасте, вы присутствуете в настоящем. И это здесь и сейчас. Вот это взрослая психика, когда вы присутствуете здесь сейчас. Поэтому сейчас вот как бы в человеческом в пол мы еще не доросли до этого, потому что мы не присутствуем здесь сейчас. Мы живем или в прошлом, или в будущем. Еще детскими подростковыми паттернами. Воображением. Да. А теперь вот смотрите, давайте сейчас уберем все свое прошлое, там какие-то представления о прошлом, будущем, о себе, о других. И просто останьте здесь сейчас. Насколько сейчас получится? Мы потом еще глубже пойдем, вместе пойдем, еще глубже в, в это присутствие здесь, сейчас. Но вот и здесь сейчас. Теперь посмотрите, какие у вас отношения вот и здесь сейчас. А кто задавал вопрос про судьбу, посмотрите, какие отношения с судьбой у вас здесь и сейчас. Смотрите, здесь сейчас вот есть женщина, есть мужчина. Вот этот партнер ваш, он вообще как? Свободен или нет? Когда ну вот вы смотрите из настоящего? Он должен оправдывать ваши ожидания? кожная людина вильна а как определяется эта свобода как определяется что я взрослый вообще вот в, вот у нас есть такой а, такая не традиция а, как это, это ритуал да или а, было слово ну ритуалы но. как происходит что мы осознаем что все теперь я взрослый как я не знаю очень просто В каждой стране этот ритуал Мы получаем паспорт, ребят Да, вот смотрите, паспорт Просто нас Особо не уделяют этому внимания Но это как ритуал То есть нельзя, что нам дают этот паспорт Почему-то до этого возраста нам его не дают Есть какие-то причины Физиологические, психические Психоэмоциональные, да а тут вдруг его дают. И то. Не всегда же там, да, некоторым людям могут и не дать. Его вот дают. Давайте да не стип парт... там идет в этот алкоголь. Сейчас там 14 дают, не дают. Да, давайте просто в состояние еще пойдем. В состояние свободное. Мы уже это нашли. Что еще? Может, не, не так хорошо, готов давать, делиться от изобилия. Есть интерес, но без желания расстаться, есть желание узнавать друг друга и вместе согласовывать, чего хотим, принимаем, уважаем друг друга, когда нет ожиданий, претензий от партнера. Так, О, с... Инициация. Спасибо вам за слово. <свеча> инициация во взросление. Свободен, паспорт. Инициация. Да, спасибо большое. А возможность делать то, что ты хочешь свідомо. Ну, а ты не можешь не делать, правильно? То, что когда ты вы взрослые, кто вам может навязать делать то, что вы не хотите? Ну, вот кто? Осознанный взрослый, у которого есть паспорт. Мы не пытаемся менять другого. Не пытаемся менять другого. Это же понятно, да? Выбирать и брать ответственность за выбор. Вот, и вот тут, тут очень много-много уже звучит про ответственность. Сейчас, сейчас подожди, до да. этого дойдем. Ответственность – это же отдельная тема. Сегодняшняя. Сегодняшняя. Да, сего, сегодняшняя тема, которую мы сейчас вот прямо, она может там с, прямо сковырнуть очень сильно восприятие. Когда исчезает желание исправлять себя и других? Когда берем ответственность за себя, не перекладываем на, на кого-то осознанный Радость от творчества, выборы. Так, хорошо. Давайте вот те все вот созависимые отношения, что там у нас было, сейчас вспомним. И где они здесь есть, они присутствуют или не присутствуют, когда вот вы присутствуете в настоящем, во взрослой психике. Ой, давайте вот это еще посмотрим, и что есть баланс, давайте брать. Да. Еще почувствуйте, сейчас со взрослой позиции есть вообще баланс давать-брать. Полное принятие. Вот, кстати, тут классно пишут, потому что тут мы уже можем принимать другого партнера, даже если он в позиции ребенка, понимаете? Когда мы ребенок, когда я в позиции ребенка. Я не могу принять другого, потому, как, когда он ребенок, потому что мы тут, тут на этом уровне начинаем взаимодействовать. Мои потребности еще не... Я, я не могу со своим ребенком быть взрослым, когда я ребенок, да? Я не могу с ним поиграть, потому что у меня своя игра уже типа взрослая. Посмотрите, есть ли тут что-то такое, что вам не хватает? когда вы здесь сейчас, во взрослом восприятии, в реальном взрослом восприятии. Что вы в чем-то нуждаетесь. Что вам чего-то не хватает, что вам кто-то нужен, но я не могу без тебя жить. Мне не хватает путешествия, чтобы быть счастливым. Или в ресторана раз в неделю. Нет, самодостаточно. Все, чет... Все четко. Всего достаточно. Можем, ну, должны ли мы тут кого-то удерживать? Давайте вот, а, тут было сохранить, сохранить отношения. Вот давайте вот на это посмотрим, потому что это же, это же программа такая достаточно там была. Вот сейчас вот просто присутствуйте в настоящем. И, ну, там какие-то у вас отношения есть. Обязаны ли вы сохранять отношения? эти, эти отношения. Или по обстоятельствам? Или по почувствую, или так как вот вы почувствуете и решите. Выбирать эти, <laughs> Это, выбирать эти отношения. Кто выбирает эти отношения? Осознавайте, кем были созданы эти отношения, которые сейчас вы смотрите и которые вы хотите сохранить. Кем, каким возрастом, в каком воображении, в какой реальности они создавались и как вы сейчас их будете сохранять, кто их будет сохранять, Давайте, в какой реальности? Для примера сейчас приведу пример. Вчера, вчера была женщина, женщина на личной консультации, и она так, ну, может, она здесь присутствует, я ее имя называть не буду, но все равно как бы этот показательный пример расскажу. Она говорит, я 20 лет с этим мужчиной, вот он меня достал уже. Он не делает то, что я хочу, не, не заботит, ну, как бы, не, не строит дом, не думает о том, как зарабатывать деньги э и так далее, Друг, а другие, я смотрю на другие, а другие вот делают это. Вот, и мы, когда начали разойти, ну, во-первых, я говорю, слушай, э ты, ты ответственность перекладываешь на другого. Вот, тебе это надо, бери и делай. Ну, чего ты на другого перекладываешь? Ну, это немного утрированно, так оно и есть. А теперь 20 лет назад, мы пошли 20 лет назад, когда они встретились, из чего они встретились? Они встретились из того, что она нашла в нем нежность нашла в нем какую-то заботу и принятие, которое не давал ей ее папа. То есть папа не давал, а вот она нашла себе папу, который будет вот ей это давать. Но, но этот новый мужчина, ну там про, про чувство и про любовь речи не было. Там была речь как бы о том, что э, дальше было о том, что... Э, он должен построить там дом, обеспечить как-то семью, но, но, к сожалению, как бы в его планах это не входило. Там его как-то... В его представлении о жизни его это не было. Он там буддист, он медитирует, он... В общем, да, занимается совсем другими какими-то вещами в своей жизни. Вот. И он стал для нее очень негативным персонажем в ее восприятии. Вот. Который испортил ей жизнь, соответственно. И... Вот. Так, да, и, ну, и, и, так, и, и, там используются такие слова, но обычно они используются примерно вот в возрасте там, э, детском и подростковом. То есть ну, те же самые вот слова, осуждение, осуждение, там, и как вот мы друг с другом, когда мы, или, или, вы себя помнили, или вы можете слышать, когда, ну, как, как мы, как, э, как ну, как сплетничаем, или что-то такое, вот, как сплетни, как сплетни, вот. Вот, поэтому... К чему этот пример приводил? Не знаю, не помню. Хорошо, ладно, переходим к ответственности. Тут прорыв был про, кто выбирает. Это классно, что вы... А, да, 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 вот про это. Что выбирал-то кто 20 лет назад? Кто выбирал 20 лет назад или даже год назад? Кто выбирал? Тот ребенок выбирал папу себе, понимаете? Но, но, но это же был не папа, поэтому выбор был из ложного. Выбор первоначальный, он был изложен. Это понятно? Дайте обратно. Понятно это, да? Что вначале выбор, это... Но, а когда мы в подростковом возрасте находимся, и мы встречаемся, помните, какие паттерны там срабатывают? Нам надо казаться лучше, чем мы есть. То есть мы мы притворяемся, мы из ложного там встречаемся, и, соответственно, кто там выбирает, настоящий или ложный. Та встреча была из ложного. Иногда так говорят, что, ну, он, он, он мне не показал себя таким, какой он есть с самого начала. Вот, а теперь как бы я его вижу, вот потому что тогда это было изложено. а сейчас уже мы, мы постепенно начинаем позволять себе жить так, как вы хотите, становиться, становиться теми, кем мы есть. Классный вопрос. Да, и что теперь с ним делать? Ну, первое, это хотя бы познакомьтесь с этим человеком. О, слушай, можно я тут, да? да. Смотрите, что с ним делать? А с кем? А с кем вы собираетесь что-то делать? Сейчас вот внимательно будьте, это моя, моя коронная просто любимая тема. Кто этот человек, с которым вы что-то собрались делать? Где этот вообще человек сейчас находится? Вот вы сейчас сидите там, ну кто-то там вместе, конечно, вот, но но в основном вы сидите по отдельности, там сами у себя там в комнате, и есть там кто-то там, например, который живу, он который что? Это личность, С которой... которая живу. Что с ней делать? <laughs> вот. Ну хорошо, там до личности мы сейчас дойдем. Но я так понимаю, что это личность другой, да? Это И я, наверное, про Мы сейчас до себя дойдем. Это тот же самый Дед Мороз, которого нет. Вот этот человек, которым с которым вы живете 20 лет или там сколько кто-то лет, где он сейчас находится, таким, каким вы его знаете, Но уже кто знает, он уже показывает, что здесь. Ира ну, уже под стол упал. Так, не исчезайте, идите до конца. Это понятно, что тот человек, которого вы, с которым вы собираетесь что-то делать, он нереальный. Он находится в вашем в вашей памяти. Как он туда попал? на основании вашего субъективного опыта проживания с ним. Вот. И этот субъективный опыт тоже обусловлен э, вашим воспитанием, вашими родителями, бабушками, дедушками, всеми там предками вашей семьи. Ваш субъективный опыт. И этот, этот герой, с которым вы живете и собираетесь что-то делать, который теперь стал просто персонажем в вашей памяти, это плод вашего вашей кармы и кармы вашего рода. Это уже результат того, ну, вашей жизни. Он нереальный. И теперь посмотрите, вообще вы тогда с человеком реальным-то встречаетесь или нет? Или вы встречаетесь только со своей памятью об, этим, об этом человеке, который у вас там сформировалась? Вы то с живым человеком встречаетесь? Вы когда сейчас, ну, он там что-то сделал год назад, там какой-то поступок, у вас тут интеллект записал. Так, он такой, он делает так. Все, я знаю. Я тебя знаю. Ты так поступаешь. И вы в следующий раз, когда с ним встречаете, вы его видите: он, вы его знаете, он так поступает, он такой. А может, он уже на тренинг, на ретрит сходил. Может, он уже на наш какой-то этот Ира как-то была? Это где-то полгода назад. Мы такие вечером. Обычно я этому говорю, а тут она меня сладила. Вечером что-то у нас какой-то разговор такой возник. Вот, но где-то этот разговор меня немножко зацепил там внутри. Ну и на утро он еще как бы не развеялся. Я такой утром, так, Ира, ну давай разберемся как бы во вчерашнем разговоре. Она говорит, о чем разбираться? меня я ничего как бы не притянула. Говорит, у меня сегодня ничего нет. С чем ты собираешься разбираться? Понимаете? Вот, а, мы а мы пытаемся с этим прошлым все время разбираться. Хорошо, а теперь тот персонаж, которым вы себя считаете? А как быть тому, с которым хотят что-то делать? Ребята, это шизофрения, да, полная у нас сейчас Паша, посмотри, тот, кто с тобой хочет что-то сделать, где сейчас находится? Он такой же тот. ну вот попробуйте это осознать, что это все происходит внутри вашего воображения. Это весь спектакль происходит внутри вашего интеллекта. То, что думают другие о вас, то, что вы знаете, где сейчас находится. У нас в голове, у нас, мы это запомнили. Мы с Ирой кучу раз конфликтовали и ругались. Я, я кое-что помню из этого, Ира не помнит. Я говорю, ты помнишь, мы тогда там с тобой поругались? Она говорит, да нет, не помню. Это у меня она такая там сохранилась. Ну, даже мне слова какие-то вспоминают, которые я пять лет назад сказала. Это... Понимаете? <laughs> сам... а это мое кино было. Это оно из меня. Он... Вот этот пять лет назад конфликт с ее вот этими словами, он из меня вылез. <laughs> ну, тут вот давайте сразу посмотрим, ребята, те, кто остались в позиции а моя психика взрослая вот тут есть ему не нравится моя взрослая психика ему комфортнее подростковая что тогда осознавайте что чтобы увидеть там подростка чтобы там увидеть подростка вам надо быть уже не на равных да? мы на равных встречаемся равный видит равного если я вижу там подростка то я уже где то я уже кто то я подросток, который себя считаю выше другого подростка. Я уже это высокомерие, гордыня. <свят> <свят> и еще и позиция может быть как родителя. Вы начинаете вести себя как родитель по отношению к своему э, партнеру. То есть это уже ваша позиция изначально привела к тому, что другому просто приходится быть вашим зеркалом. Все, он отражает ваше местоположение и ведет себя с этого места. Окажите сейчас в присутствии, просто в наблюдателе, действительно в позиции взрослого. Когда кто-то сейчас, вот и сейчас почувствуйте, допустим, кто-то вас пытается изменить, сказать, ты, ты не такой, тебе надо поменяться. У вас есть какое-то внутри вообще э, по поводу этого переживания? Или есть ли у вас по поводу этого, что вам надо доказать, что нет, ну, с вами все нормально? Если вам хочется доказать, то вы подросток, то вы в состоянии подростка. Если вы, если вы принимаете, что ну, он так себе думает, но это его кино, понимаете? Это у него там персонажи в голове, про меня какие-то, меня этого никаким образом не касается. Вот и это вы это понимаете, даже без каких-либо внутренних эмоций, каких-то реакций. Вы просто это осознаете. Но у каждого свой сейчас этап развития. Вам даже об этом говорить не надо. Меня вообще никак не цепляет этот. Хорошо, давайте мы еще посмотрим. Ну не цепляет. Конечно, тут, если вы взрослым, вас это никак не, не тронет. Не тронет вообще. Если вы не можете сейчас этого почувствовать, то осознайте, что вы просто сейчас не можете обнаружить себя в моменте сейчас. Хотя бы для осознайте это не то, что нет, не так, а вот просто осознайте. Но и мы это, дойдем и сейчас до этого, мы все равно вас подведем. Ну да, в любом случае. Давайте еще тут: вот этот персонаж, которым вы себя считаете. Вот я такой. Я себя знаю. Я вот в этих ситуациях так поступаю, в этих так поступаю. Я это люблю, это не люблю. Так, так я тут реагирую, не реагирую. Мне это нравится, это не нравится, и так далее. Вот этот персонаж, который, который, который вот такой. Где он находится? Он реальный или нет? Да, нет. Сейчас дойдем туда. Когда... В голове, в голове этот персонаж. Это такая же часть этого спектакля внутреннего, там где в, в, моя память о партнере, о других людях. И этот персонаж, это тот же самый персонаж. Посмотрите, у вас уже у кого сейчас есть еще там? Вы продолжаете с кем-то выяснять отношения, условно внутри себя. Вот, хотя человека рядом с вами нет. Кто вообще с кем выясняет отношения? Да ваш ложный персонаж с тем ложным персонажем внутри вашей психики, вот. Ну, и тут, тут написано, чувства ⁇ это живые, но осознавайте, что для вашего ума, когда вы проигрываете воображение или реальность, для него нет разницы. Вы проигрываете одну и ту же историю внутри себя в сознании, и ум думает, что это есть сейчас. И, конечно же, он вырабатывает определенные гормоны для того, чтобы вы чувствовали те же эмоции и повторно-повторно их испытывали в своем теле. И вы в это вживаетесь, как будто это данность, как будто это есть то, что есть. Такое свойство нашего ума. Так, тут что-то в Фейсбуке такой комментарий. Слава, я не совсем понял, ты, если можешь, немножко расшифруй. Ты, я так понял, ты какую-то свою частную ситуацию описал. А, давайте еще возрослым вот что еще посмотрим. Уйдем из опять представления о том, как должно быть, а просто вот здесь сейчас. Вы должны любить одного человека? Или можете любить несколько или всех? Мирослав там уже руки раз... Или как определить, какую, какой любовью любить? Кого любить? Что значит любовь? Я могу нескольких. Да. Что значит любовь? Ладно, давайте в детстве там, до... в детском саду. Что значит любовь? Мое. Мое. Мне это нравится. Я хочу. Вот, вот. Э... Конфетку дал мне значит любит. Да, конфетку люблю. Вкусно. Вот, ну, вот такие. Вот. Теперь. Иногда толкает тоже любит. В подростковом возрасте. Люблю. Это что? это, уже, это, это, это там уже, там уже, эмоциональность есть, и уже сексуальное влечение там появляется. Даже это, даже это где-то до, даже на самом деле где-то до 14 лет. То есть вот такое влечение уже появляется. Вот это любовь. И, и иногда ложное есть такое, что вот это любовь. Вот у, у нас есть чувство. Вот это вот влечение, вот это я по любви. Как бы вот это я встретился по любви. А следующий уровень это уже подростковый. Что у подростка? У, подро... у подростка уже мышление начинает формироваться. И подро... для подростка любовь уже там на самом деле уже, э, когда общие интересы появляются, когда есть о чем поговорить, вот уже уже в эту сторону смещаются акценты, под... ближе к там к... к молодости, вот так вот. И э... И вот на этом, в этом возрасте вот любовь вот в эту сторону, как бы мы, мы с этим соотносим любовь. А теперь взрослую. Давайте чуть-чуть взрослую. Мы еще до зрелого даже туда сейчас пока, наверное, не пойдем. Взрослая. Mm -hmm. Когда это даже... Это не, это не про эмоции. Это не про нежность. Это не про сексуальное влечение. Не про зависимость. А, кстати, у нас тут и было. Что такое не любовь? Это независимость. Это не... Это не Страх остаться одному. Это не тантра. Это э, не страх быть брошенным. Это не про то, что э, разделяешь интересы. Это не жалость. Не жалость к другому человеку. Я иногда это говорю. Любите безжалостно. манипуляция. не манипуляция. Э, да, э, Это даже не общие интересы. В общем, любовь это вообще обо всем сущем. А тут еще дружба, влечение и тому подобное, с чем интересно наблюдать здесь сейчас. Супер. Это взрослый, это тотальная любовь, просто ваше качество. Оно никуда деться и взяться не может. И теперь, и теперь вот тут, вот это же был вопрос о том, что э, с, кого вы должны любить? Только своего мужа и жену, или своего мужчину или женщину, только его. Из взрослого смотрите. Из детского нет. Из детского, конечно, только его. Мама должна любить только меня. Папа должен любить только меня. Да, понимаете? Мама папу любить не может. Она ж меня только должна любить. А теперь из взрослого смотрите. Себя кто-то пишет Себя, себя. тут вопрос, а может ли человек с одним человеком быть во взрослой позиции, а с другим в подростковой? Конечно, может быть. В разные этапы у нас проявляются моменты, когда нам нужны нарабатывать новые навыки, и тут вылазят какие-то вот наши недоработки. Да, так конечно, ребят, поэтому, когда мы в взрослую психику переходим, фактически мы начинаем пробуждаться. Тут Динара написала как природа, как суть себя, так это уже личности нет просветления, конечно, потому что мы начинаем жить себя настоящего. Просветление это качество взрослого. Смотрите, это, это естественное состояние взрослой. Это, это это естественное состояние взрослой психики. Это не приобретенность, это не исключение, не индивидуальность, не уникальность какого-то мудреца, учителя, это данность каждого взрослой психики. Быть собой истинным. И теперь вот из истинного, когда вы так смотрите, из этого безграничного пробужденного, вы принадлежите кому-то. Вы можете принадлежать своему партнеру. Он может вам принадлежать. Может ли вас ограничить ваше сердце? Вот, конечно, тут про, когда боль уже уходит из сердца, страх быть брошенным или там что, любовь разделенная и так далее. Может ли любовь вашего сердца принадлежать кому-то одному? Есть нужда какая-то, которую вы заполняете. Вы нуждаетесь, у вас чего-то не хватает, и вам надо что-то получить от другого. Нет. Или вы можете дать другому что-то. Или вообще может... что-то надо от вас. Или... Или как? Вы можете ее делить, эту любовь? Или она просто есть? И она, и она для всех. На детей делить, на мужей. Ира как говорит: я поняла, что как... делить... делить на детей, не... ну, как бы, не ну, надо. Это ну... ложное просто. И когда я родила ребенка, я увидела бред, ну, равно фраза, что когда рождается двое-трое детей, то любовь делят. Любовь реально умножилась в сотни тысячи раз. Я не представляю, сколько в любви приходит, когда второй ребенок, третий, куда ее делить? Ее невозможно отдать, она просто переполняет. А почему, почему ее делить надо? Потому когда мы сами дети, понимаете, нам наше внимание надо делить на детей. Поэтому у нас такое восприятие. Если нет нужды, потребностей, то ради чего вместе? А вот мы сейчас к об этом. Давайте мы сейчас попробуем об этом. Хорошо. Давайте остаемся в взрослом восприятии. Все. Не для того, чтобы э, там тебя обеспечил муж или жена, или э, не для того, чтобы она постирала носки. Вот. Не для того, чтобы э, не почувствовать одиночество. Я реву. Это прекрасно прорывает поле. А для чего? Смотрите, просто вы есть, вы самодостаточны, вы самостоятельны, у вас полно любви в своем сердце. И, пол и вокруг равные, такие же абсолютно равные мужчины, женщины. Равны, просто равны. Наполненные как... любовью, все, все дано. Давайте предположим, какая может быть причина тогда быть вместе? Какая может быть причина? Любовь разная или нет? <laughs> это кто-то там это, я так и не понял Ребята Я говорил, там может возникать сопротивление Пока Это в записи будет, мы еще раз бросим, Вы переслушайте еще раз, попробуйте Попробуйте уловить Делиться любовью Просто весело вместе Про... Вот это уже что-то Смотрите, равные люди, независимые Почему им быть вместе? Давайте логически рассмотрим Равные люди независимые друг от друга, какая у них может быть причина быть вместе? Давайте, ладно, давайте вот на простых примерах, которые у нас как бы мы с детства знаем. Какая? Смотрите, давайте вот, давайте вот с детства попробуем посмотреть в детстве. А вот вдохновлять нужно друг друга, ребята. Давайте еще вернемся в взрослую позицию. Вдохновлять нужно кого-то. Вы равные кого вдохновлять зачем кого вдохновлять это что он... дети родились. вы что <laughs> друзья вы что бог для этого человека чтобы его вдохновлять должны это, ну это же бог вдохнул жизнь вот это на какую позицию вы себя ставите когда вы вдохновлять кого-то должны или кто-то вас должен радость кайф Давайте мы с простого начнем. Мы вообще, на самом деле, когда равны, тут очень близко, близко очень к дружбе, поэтому можем посмотреть, как, как мы, мы сходимся на уровне друзей. Вот вспомните в детстве, например. Там, там вы где-то в детском садике или где-то там с кем-то сошлись. Почему вы сошлись? Там же равные. Вы же там равные. Там же понятно, что вы равны, да? Там не было такого, что я там папа, мама – для тебя будут там... Мы равны, мы как бы друзья, мы равны. Почему вы сошлись? Почему вы вместе? Вас же никто не заставляет. И вы сошлись с... не со всеми, там в детском саду там 30 человек, но вы сошлись с каким-то какой-то какой, какой частью людей или с одним кем-то сошлись. Потом чуть подросли, там э, уже в подростковом возрасте, вы тоже с кем-то... Тихо, на Земле 8 миллиардов людей. Смотрите, 8 миллиардов людей. Выбирайте любого, но вы с кем-то сошлись. Ну ладно, там в, в подростковом возрасте 8 миллиардов недоступны для вас. Ну там <be> <с Nigga> ближайшее школа. окружение, школа там, да. Или соседняя школа. Да, где-то там интернет там как-то вот. Но вы с кем-то сошлись. По каким-то там тоже что-то вас привлекло. Что-то общее у вас есть, что-то, что чем, когда вам вместе лучше, чем по отдельности, так или нет? Когда вам вместе, это вы можете почувствовать, что вам там, ну реально, вы, вы встречаетесь, давай встретимся там, давай, неважно зачем, ну просто вместе нам как бы проведем время, неважно, вы, прису... вы там в присутствии, на О, самом деле. Потому way. что вместе хорошо, и не вместе тоже хорошо. да. Вы же там в детстве, вам же не надо там для чего-то. Давай пойдем встретимся. Давай. Что будем делать? А там как бы посмотрим. Палки будем собирать, листики бросать. Да, кораблики Ой, нет, пускать. Кораблики нет, листики нет, палки нет. Все, остались дома. Вот, подростковом возрасте то же самое. Теперь давайте во взрослом. Только тут уже восприятие ваше расширилось. Теперь у вас уже есть... Тут потребность появляется в реализации себя как духовного существа. Это реально там потребность у вас это есть. Вы это можете заметить, когда у вас вы, я думаю, что тут у многих так или иначе проскакивают мысли вообще, зачем я родился, какое у меня призвание, предназначение, вот, и, ну как я должен это здесь вот как бы реализовать. Это уже это уже взрослые вопросы. В детском саду у вас этого нет. В подростковом возрасте у вас этого нет. В взрослом возрасте у вас это уже появляется. Вот. И тогда, когда вы реализовываетесь, вам важно реализоваться, с кем вы будете вместе? С кем вы сможете реализоваться лучше, как бы больше, полнее, сильнее. Ну и, конечно, в том Где числе. И вы будете друг друга усиливать в присутствии. Если вам важно, если для вас важно в жизни радость, то с кем вы еще и радоваться будете вместе? Путешествия вам важны? С кем вы и путешествовать? Какие-то вот общие еще вещи у вас будут? И это обязательно тот же человек, которым вы в подростковом возрасте 20 лет назад встретились? Или тот же человек, которым вы 5 лет назад встретились? Или это тот же человек, которого вы два года назад до, до нашего ретрита встретили? А потом у вас что-то поменялось, понимаете? и вы вдруг открыли в себе что-то истинное и перестали из Нет же. Ну, еще там написали про родственную душу. А что, только у вас одна родственная душа на всей планете Земля? Все остальные души, они как чем отличаются? Какой родственности? Каким ну, конечно, мы тут можем во взрослом дойти до того, что вы можете тут увидеть, что вам даже не обязательно мужчина-женщина только в паре быть. Вы можете коммуной жить. Но на самом деле это ну, вы свободны это выбрать. Вам не надо смотреть, вас осудит кто-то, вас примет общество, вас родители что вам вообще скажут, если вы так узнают об этом. Вот, но и, ну, там коммуны все эти вещи они могут быть из немного еще тоже из подросткового такого состояния э -э, бунтарства. Ну так не так, как как все, не так, как общество привыкло. Ну а когда вы не бунтуете, а просто живете свою жизнь, вы будете ее проживать так, как вы хотите и пробовать то, что вы хотите. И ответственность. Сейчас мы дошли до нее наконец-то. Жить свою жизнь на ком лежит? У кого она? У меня только. Не у ваших родителей, не у социума, не у соседей. Не у тех, кто вас в Фейсбуке читают, ставят лайки или там дизлайки и так далее. Только на вас. Родственное ощущение знакомости, похожести и полного принятия. Ну, похожести, знакомости. Павел пишет хиппи. Хиппи тоже. Подростки. Не только хиппи. Не только хиппи, на самом деле. Это можно очень серьезно делать. Жить можно свою жизнь э очень серьезно и при этом не быть хим. Можно я сейчас тут дочитаю, что тут э, Светлана написала резонанс, хочется сделать счастливым другого человека и, и творческий поток раскрывается. И тут момент важный, что если вы видите там э, хотите кого-то сделать счастливым, то это значит, что вам нужно видеть этого человека несчастным. То есть соответственно опять таки это поддерживает ваше воображение и в позиции не той, которая есть и поддерживает гордыню, высокомерие, что я могу что-то дать другому. Я выше, ну, как Макс сказал, я Бог. Это, кстати, под, это вот эта гордыня, это просто, это просто подростковая, еще не вызревшая психика. Мы гордыню воспринимаем как что-то негативное, такое, как с чем надо бороться, но мы просто, когда так смотрим на это, не можем уловить, что это просто подростковый паттерн отделенности себя, когда мы сепарируемся. И просто это, это наша психика, которая не вызрела. Да, конечно, мы все боги только лучше как это как муджа как-то сказал лучше это молчать <звы> <звы> вот и не ставить себя на место бога в своем воображении так хорошо давайте вот тут такой момент когда были у вас вопросы, а что делать тогда с этой личностью, да, про себя, что делать с другим, а что делать с отношениями, а что делать, а как, я все, ухожу, там, еще какие-то выводы, а мы говорили, не спешите, да, остановитесь и станьте взрослыми, да, по сути, мы вели к тому, что осознайте себя сейчас, кто вы есть в данный момент. И тогда ваши отношения будут выстраиваться и сейчас, не из прошлого, не из будущего, не из воображения, а из того, что есть по отклику. И когда я говорила про инициацию, то инициация вместе с паспортом как раз в этот момент и происходит инициация и отдавание родителями, государством, нам вот этой вот ответственности. Давай, дошли уже до ответственности, да, уже полтора часа прошло. Давайте уже. Да. Мы, ну, мы подготовились. На самом деле это очень классно, потому что иногда вот так вот она сходу не заходит, ну ответственность. Да-да. А, вот а тут, а рабочий. тут мы уже поговорили много о чем. И давайте теперь про ответственность. Она тут как бы является вообще ключевой, ключ, ключевым качеством на самом деле в этой всей теме нашего сегодняшнего разговора. Какие у вас ассоциации с понятием ответственности? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Я обнаружила в себе привычку ставить себя на свое не место, то место, вместо оставаться на своем. Когда мы видим привычку, которая нам не служит, тогда мы можем взять ответственность и поменять эту привычку. Это взрослая позиция. Так, вес, сила, ответственность, вес, сила, взрослость. Зрелость. Прокачались. Прокачались. Ну все, значит, все на своих местах. Свобода. Покарание. Когда я ответьте за себя. Давайте, у кого вызывает ответственность тяжесть какую-то? Хоть какую-то малейшую тяжесть. Сопротивление, дискомфорт. Сопротивление, дискомфорт. На порях вот уже есть. Сомнения. Смотрите, боль. вызывает, вызывает, бывает. Смотрите, если у вас есть по поводу ответственности, хоть какая-то тяжесть это ложная ответственность. Просто вот прямиком осознавайте, что если у вас есть по поводу ответственности какая-то тяжесть, это ложная ответственность. И это надо разобрать. Почему? Потому что вы тогда в ложном находитесь. Вы не проживаете свое я, не проживаете свою жизнь, вы в ложной ответственности, вы проживаете ну ложную какую-то программу, которая вас ведет не по своей дороге, вы там несчастливы. Вот в чем причина, почему вам надо э, избавиться от ложной ответственности. И поэтому мы не отвечали на ваши вопросы, в которых было написано, а что с этим делать, что с этим делать, потому что если вы в ложном вы ложный, партнер ложный, ситуация ложная, и вы спрашиваете, что с этим делать, если мы начнем отвечать, то мы в ложном будем создавать ложное, а мы вам предлагаем вообще выйти из этого кино, перестать вообще взаимодействовать с собой ложным, с партнером ложным и, и вообще жить эту жизнь ложную. Это не про то, что нужно сейчас все рушить, да, а просто внутри себя увидеть эту истинную ответственность, забрать ее себе или перестать брать ее чужую, да, ложную гиперответственность, у кого есть там за всех, за за кого-то подумать, сделать, решить, сказать. Хорошо, давайте тогда, мы уже так как бы по по возрастам немножко прошли, давайте ответственность на этих возрастах мы и проследим. И вы посмотрите, у кого ответственность ассоциируется и вообще является просто паттерном детским, подростком и так далее. В детском саду какая ответственность? Вообще, на ком ответственность? Какая? Как она проявляет ответственность? Как нас, как нам родители в детском саду э, учили ответственности? Какой? Это твоя игрушка, не потеряй ее. А ребенок приходит, игрушка частенько где-нибудь, да, осталась. Надо утром в садик просыпаться. Ты должен, как бы, вот это это твое дело, и ты должен там, ты ты должен, ты должен убрать комната твои игрушки это твоя ответственность ты должен их убрать ты должен есть тут такое у кого есть ответственность равно долг равно, послушание, ода... равно обязанность послушание да не уписится в кровати ответственность смотрите еще какая тут ответственность да ну смотрите еще какая в детском саду ответственность вы сейчас это словите это ну такой нетривиальный хотя на виду когда детскую психологию разбираете, то часто, то часто находим такое, что дети чувствуют вину за своих родителей. Знаете об этом, да? Вот. Они Не... виноваты в том, что разошлись или ссорятся. Да, что ссорятся, что как бы времени многом забирают. То есть подсознательная такая формируется у ребенка чувство вины: что я виноват вот. в том, что мой папа, мой мама, моя мама несчастен. Вот и тут ответственность еще равно вина. У кого такое есть? Так, ну кто-то уже руки поднимает. Осознавайте, осознавайте, потому что это тоже важный момент, чтобы, чтобы выдернуть э, э, вот, вот эту ложную программу, ложный паттерн, что ответственность это вина в детском саду. Тут пишут, что делиться заставляют, но как раз этот период, если в истинном быть взрослым, то он понимает, что в этот период у ребенка выстраиваются границы. Он вообще еще не понимает, кто он, что ему принадлежит, как он может делиться. Чем он делится? У него еще ничего нет, и поэтому осознанный взрослый в этот возрасте не требует делиться. Он, он говорит: это твое, а это вот этого вот мальчика. Это, то есть, вот этот период как раз про начинание понимания, что мое, что мне принадлежит. Ну и реально, э... ну ладно, мы сейчас дойдем до этого чуть-чуть позже, когда вернемся. Подростковый возраст. Какая ответственность? Как проявляется ответственность под к чему мы нас какой ответственности нас учили в подростковом возрасте? Давайте что там дисциплина, да? Дисципли... Дисциплинированным ты должен быть. Ну не выучишься, ни... никем не станешь. Учеба, ну то есть ты должен на это еще про кровать... то есть у тебя обязанности, правила, дисциплина. Что еще тут? Давайте. Ты ответственна за свои поступки. Поведение. То есть ты, ты, смотри, ты ответственна за то, что ты сделал вчера. То есть ты, опять-таки, то ли виноват в том, что ты сделал вчера, и поэтому у тебя сегодня то, что ты имеешь. Есть у кого-то такое? Что ты ответственна за свои поступки. Но это про то, что ты посеял, то пожал сегодня. Мы сейчас, да, мы сейчас дойдем, что это тоже ложная ответственность, что ты ответственен за свои поступки. Это подростковая ответственность. Это, это не до взрослого. Мы сейчас до взрослого дойдем. Есть, да, есть. Вот тут что? Дисциплина, должен что-то. То есть каким-то правилам соответствовать и так далее. Какая тут ответственность? А, я же говорил, что коллективное сознание находится еще в подростковом возрасте. Когда начался карантин, как там это было такое, как бы этот, манип... ну такая какая, манипуляция. Ты должен быть каким то этим Предповедаль... гражданином. Биткоинальный э, громадянин. Залишайся дома. <св> ты должен быть, э, ну, в общем, как ответственным гражданином. Там как какое-то даже другое слово использовал. То есть соответствовать правилам, вот и это и это подростковое, конкретно подростковый паттерн в нашем То есть ты даже типа ты даже заболеть не можешь, как бы не имеешь права, или там как-то умереть, когда ты хочешь, там, или еще чего-то? Ну, то есть соответствовать, соответствовать, да, 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 да. Не делать глупости. Так, а теперь давайте. Есть еще тут, что по поводу подросткового? Ну, вроде как. ну, если что, вспомним сейчас еще раз, если у кого-то есть. А, вот, за других ответственность. За, ну, а там за, братьев, за детей мы сейчас там отдельно поговорим, за детей, но вот за других, за братьев, за сестер. Это с детства там было, за родителей. То есть, типа, вина равно ответственность, значит, мы, мы отвечаем за своих родителей. За мужа, за жену мы отвечаем здесь. А, ну, даже если это, даже если за ребенка мы отвечаем, то, мы, ну, ладно, это мы сейчас со взрослого посмотрим. Хорошо, давайте теперь взрослое. Давайте сейчас мы как-то во взрослое э, более серьезно перейдем. Ну, давайте для этого, знаете, что мы... А, вот посмотрите, ответственность и серьезность, это равно? А, кстати, да. Не равно, вот, Маша. То есть, да, смотрите, тоже ложное, что ответственное – это серьезное. Надо быть серьезным. Да, всем должна, должен что-то равно. Это ложное. А теперь смотрите, давайте просто перейдем в настоящее. Как перейти в настоящее? Станьте на, просто наблюдателем. Отложите все свои представления из прошлого. Это же ваше представление из прошлого. Которая сейчас у вас есть. Из какого прошлого? Из подросткового, из детского, в том числе коллективного, тысячами лет наработанного. А теперь просто давайте вот в настоящий момент перейдем. И для этого проще всего просто э, стать наблюдателем, не смотреть ни в какие представления, а просто быть наблюдателем. Можете на дыхание сконцентрироваться и. Э, Концентрируясь на дыхании, обнаружить вот этот момент, в котором дыхание происходит момент сейчас. Ну, для тех, кто первый раз про такое, ну, э, все равно у вас должно получиться. Максим сейчас несерьезный, смеется все время. Ну, я на самом деле серьезный тоже. Я же вебинар веду. У меня же даже цель есть этого вебинара рассказать вам про онлайн-программу там в конце. Так что я все серьезно на самом деле, хоть и смеюсь. Одно другому не мешает. Так же, как и любовь. Так, наблюдаем. И теперь давайте из этого наблюдателя что такое ответственность. Без представлений, без без прошлого опыта. Без прошлого опыта. А вот просто что такое ответственность? Вот давайте прямо сейчас исследовать. Это ответ на сейчас. Ну, это кто-то у нас был на ретрите, точно. Почему? Может, уже поле. Да, хорошо да, да, работает но я шучу, шучу. Но, нет, но он, по-моему, был... Нет, пишет. Быть в момент. Нет, не были у нас. Не было, не было. Ага, класс. Ответ на сейчас. Все просто, смотрите, ответственность, как Ира любит, ответственность — это ответ на ясность на то, что есть сейчас. Все, никакого ложного, не надо ничего придумывать, не, не тянуть в прошлое, не в будущее. Смотрите, будьте просто присутствующими, наблюдателями. Скажите, пожалуйста ну, вот если персонажи, которым вы себя считали, там отложить куда-то, персонажи, которые вы там другими считали, тоже отложить, вы отвечаете за судьбу других людей из истинного, вот сейчас вот, в моменте сейчас. Вы можете вообще, вы, вы вообще в состоянии отвечать за судьбу других людей? Да нет, конечно. С Своих детей. Своих <плодисменты> <плодисменты> детей. <плодисменты> <плодисменты> Вы за судьбу своих детей можете отвечать? А ваши родители за вашу? Вообще дышу сейчас очень глубоко и ровно, а то иначе голова подкруживается. Под... Поле моща. <сих> <сих> Нет, никто не может ни за кого отвечать. Супер! Супер! Тогда что такое ответственность? Жить свою жизнь и, отвечать, и, и из отклика э, отвечать на то, что есть сейчас. Тогда вы все время вкус чувствуете, вкус и причину того, что вы сейчас делаете. Смотрите, из этого вы отвечаете за прошлое. Будьте из наблюдателя, не идите там в это кино, что я сейчас прошлое, сейчас сюда притяну этого персонажа вместе с этим и начну сейчас вот винить себя и так далее, за прошлое. Не отвечаю. Вы отвечаете на последствия, которые сейчас есть тех решений или каких-то действий, которые вы сделали в прошлом. Вы не можете от этого никуда деться. То есть то, что уже сейчас есть в результате каких-то прошлых выборов, оно есть, и вы на это отвечаете из настоящего, не из вины, не из того, что вы сделали ошибку, а из того, что вот сейчас вот есть. Это ваш опыт. При... Отвечать на себя и свои действия в настоящем. Принять себя сейчас и меняться, если устраивать настоящее. Ой, так, что там еще? Давайте теперь на отношения это переведем. Теперь вот это уже понимание ответственности на переведем на. Вот вы с, вы, вы там с мужчиной и женщиной. Смотрите, теперь давайте всю ложную ответственность уже развалилась. Это не вина. Это не должен. Тут видно, что не должен. Дайте мне обратную связь. Будьте, будьте присутствующими из наблюдателей здесь сейчас ответственность это должен или нет не должен вот вы, вы должны что-то своему партнеру нет вы не должны ничего своему партнеру вы своему ребенку реально даже не должны по большому счету если для вас семья и ребенок ну как в сердце важны как для вашей души попробуйте тогда, не делает то, что надо вашему ребенку, понимаете вы не сможете это ваш ответ, ответ ваш на сейчас будет и партнер тоже не должен да не соответствовать вашим ожиданиям, не потакать вашим слабостям, ни чему-либо еще. никто никому ничего не должен. Так что там еще про ответственность у нас было ложное Вина должен. Нести наказание за свои поступки, за вину, чувствовать вину за то, что, что? сделано ты или кто-то за то, что вот. он когда-то изменил, или не то сказал, или не то сделал? Теперь, когда, когда вы в взрослой позиции, и вы осознаете, что такое ответственность истинная, теперь смотрите про отношения. Что вам? Э, зачем вам вообще отношения? Вот там был такой вопрос: Что вам с ними делать? Расходиться вам или сходиться? С этим оставаться, другого найти, вообще одному остаться. Откуда эти э, решения у вас будут э, приходить, когда вы здесь, сейчас, во взрослой психике, и просто вот вы отклике находитесь. Гарантии какие-то есть, что у вас завтра отклик э, останется такой же, как сегодня? Да нету, вот, нету, нету, не вы не знаете. Может, завтра у вас отклик будет поехать в Тибет. Понимаете? И что вы будете делать? Тут вот классное замечание, потому что а, они сами эти отношения как-то случаются. Когда вы в, в взрослой позиции, вы четко видите, что со, все случается и что это ложная иллюзия высокомерия и гордыни, что вы строите отношения, что вы решаете расходиться или не расходиться, что вы должны принимать какие-то решения. Mm -hmm. Так, сейчас вот там до, до, до последнего комментария дойдем. Смотрите, ну тут мы сейчас дойдем кое-что. Мы сейчас вот это «должен» с уровня ребенка и подростка смотрим. То, что было «должен» как подросток и ребенок. Вы этого не должны как взрослые делать. Понятно? Это же ясно? А теперь, ну если вы во взрослом, у вас там появляется определенное… но ну, это можно как «должен», но оно не такое «должен», не из ложного, от истинного. Это что будет? Но это то что вот если вы не будете делать, то вы будете чувствовать неудовлетворенность если вы этого не будете делать, вы будете чувствовать себя несчастным. это если вы не будете жить из отклика, если вы не будете реализовывать то что ну, свое, не, не будете реализовывать свое предназначение. Это предназначение может быть в какой-то сфере определенной или в нескольких сферах одновременно. И, 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 вот, и, вот этот, и тут, вот на этом уровне должен, оно почти равно хочу. То есть это почти равно хочу. Это хочу не, не просто там, я мороженка себе хочу, как в детстве. А это я, это я хочу, это как, ну, это желание моей души вот что-то реализовать, что-то привнести. Как же ответственность? Ответ. Так что, давайте теперь смотрим еще раз, что такое ответственность? Ура, так интересно жить. Конечно, теперь оказывается, что вы не должны жить того героя, который вы привыкли жить. Потому что это, это очень невкусно на самом деле. Это же, кто же в отношениях в, в такую привычку попал, что, ну, что это уже рутина стала? Работай. Как говорят, это, это тяжелый труд. Отношения – это тяжелый труд. Нужно их выстраивать. Надо выстраивать, да. Взращивать что-то там делать, кто-то писал. А когда, вы, а когда вы живете из настоящего, и вы ответственны в отклике, для вас тогда каждый момент, он свежий. Ваш каждый момент, у вас отклик свежий, не вчерашний отклик. вчерашний отклик, сейчас я буду сейчас, тут он уже испортился. А это сегодняшний отклик, он разный. вы, и вы тогда начинаете даже с партнером жить, как будто бы вы только на первое свидание пришли. Вы, вы вот из этого состояния начинаете видеть, что вы, -то, вы не можете узнать второго партнера. Вы, не можете, вы себя не знаете вот, в, в полной мере. Вы не можете другого узнать. Вы не можете с не, из него форму в своем э, сознании слепить. Вот, и вы тогда получается, что каждый день вы взаимодействуете с бесконечностью, с цельностью. Вы цельный. Это, взросло, это из взрослого восприятия. Вы цельный. И рядом с вами цельный. Тут не про половинки, которые встречаются. Да, это, это, не из недостаточности, что у меня половины не хватает, мне надо найти женщину, и тогда я как бы стану цельной. Вот, а вы цельные сами по себе. Вот. А как, тогда почему вы вместе? Потому что, потому что вместе вам намного интереснее, радостнее на данный момент. И неизвестно, как будет потом. Гарантий никаких нет. Вот я тут такую непопулярную фразу, конечно, говорю. Тут важно осознать, что мы вместе не навсегда. С кем бы это ни было. С самыми нашими любимыми, родственными душами. Это, это можно сейчас из этого момента увидеть? Да? И это, и, это, и это только взрослые, ну, может, это хорошо осознать. Вот и когда вы это осознаете, что мы не навсегда, тогда вот эти детские, детские обидки, программы, соревнования, они имеют смысл быть, если если каждый следующий момент может оказаться последним. Есть что-то, у вас будет тогда, э, ну, вы сможете что-то откладывать на потом если вы это осознаете. Какие-то слова любви или какие-то совместные действия отложить на потом. Я потом, там, через годик там, или завтра, послезавтра. Да нет, потому что завтра, послезавтра можете наступить. Вы понимаете, что если что-то должно быть реализовано, вы это можете реализовать реально только сейчас. И тогда у вас не остается ничего отложенного на потом. Вы все... Вы проживаете жизнь сполна сейчас, у вас не накапливается грани реализованных каких-то э, ну, как вот откликов, нереализованных откликов своих. Так. Безответственность – это не взрослость. Воспитать ребенка. Ну, давайте, это тоже классный момент, мы немножко его... Скажите, пожалуйста, воспитать ребенка – это Ответственность. Это да, пишут да. Какая? Это из это из э, той идеи, что это я должен, понимаете? Что ответственность это долг. А теперь давайте уберем, что ответственность это долг, что, что и уберем, что ты должен воспитать ребенка. Будьте просто в моменте здесь и сейчас. Давайте поседуем. Вот это вот тоже очень тонко, но уже очень классно и глубоко. Нет, уберите хочу, уберите должен, уберите вот все кино из головы. Вот. Просто у вас есть ребенок, допустим. Ну, кого... вот, и вы, вот вы из момента в отклике находитесь. Если вам ребенок не важен. Ну, может быть, такое, не знаю. Тут я не слышал точно. Но вот Эйнштейн, например, ему важна была наука. Он оставил ребенка и пошел наукой заниматься. Он реализовал себя там, где ему надо было реализовать. Он как неправильно поступил в своей жизни? Из, из ложного мы можем осуждать, сравнивать, оценивать и так далее. Понимаете, это подростковая оценка, осуждение и так далее. А когда вы из настоящего, ну так он не мог по-другому. Он пошел за своим откликом, это его ответственность была. А когда для вас ребенок важен, уберите, я должен, я и все остальное. Что вы будете делать? Вы своего отклика каждый день, каждый момент будете делать самое лучшее, что вы можете сделать в данный момент. Так или нет? Без должен, без, без, без насилия над собой или над ребенком. Так, дайте мне обратную связь. Я не вижу. Заходит еще или тут, или тут тяжело? Непонятно, непонятно. Если ребенок важен, читаем педагогическую поэму Макаренко. У женщин по-другому. Да, у женщин по-другому. Но, но так же самое. Так же самое. Это вообще огромная тема по поводу воспитания. Что такое воспитание? Это вообще отдельный курс вебинар. Мне кажется, лучше туда не идти сейчас. Ну, ну хотя бы немножко почувствуйте, что. Вот вопрос: Что такое отклик? Да, вот это. Если если нет понятия отклика, то тогда и нет понятия ответственности. Так, что такое отклик? Отклик, отклик. Если вы ребенок, то ваш отклик – это эмоция. Ловите сейчас вот классный вопрос, он прямо в тему. Это понятно? Если вы в позиции ребенка, в, 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 состоянии психики ребенка, ваш отклик – это эмоция. И, ну, и у вас у многих это как там в каких-то ситуациях жизненные ваш отклик, вот он преломляется через все уровни сознания, и он откликается в виде уже искаженного, просто как эмоциональной реакции. Ну, тогда вы воспитываете ребенка из отклика эмоций. Он что-то эмоционирует, а вы откликаетесь эмоциям. Вот такое воспитание у вас. И ребенок вырастает и думает, что взрослый в 42 года должен себя вести так, эмоционировать. Он другого взрослого не видел. Как вот бы, и воспитание. Когда вы подросток, вы, ваш отклик какой? Вы, вы, вы находитесь в ментале, вы э, в правилах, вы следуете, вы в голове. Ваш отклик ментальный. В виде суждения, осуждения, вывода, какой-то э, правильно-неправильно. Критика, оценка. Отклик у вас такой идет. Ну и, соответственно, потом там эмоция. Может как пойти. сказали, как рассказали, как передали, кто другой что сказал. Теперь давайте из момента сейчас, из взрослого. Какой, как, что такое отклик? Вот это не эмоция, это не мысль. Что такое отклик? Да, взрослым это действие, это порыв к действию, действие. Чувство немножко тоньше. На самом деле чувство это, – это, это уже из зрелости, это уже интуиция. Из, из зрелости уже у вас интуиция, вы еще шире, вы, вы над действием, появля, ну, как бы поднимаетесь над действием. Ну, пусть пока будет так, чтобы мы… Чувство и действие. Чувство и действие – ваш отклик. Интуитивно инту... вы что-то чувствуете, и из этого чувства вы действуете. Ну, из... <laughs> uh, то есть, тут, когда вы взрослый, ваш отклик это, это ваше действие, не эмоциональность, не, не из какого-то паттерна, вот это действие из вашей интуитивной. Это может быть идти против, против всей рациональности. Понимаете? Да? Это понятно сейчас, что в данный момент, что этот отклик вас может идти против ваших всех всего предыдущего опыта вашей жизни. Но когда вы в настоящем, вы понимаете, что вот он мой истинный отклик. Я должен, если я сейчас этого не сделаю, то я сейчас ну, проживаю свою жизнь не полностью. Я когда с сырой... Давайте пример такой приведу, раз про отношения тем более. У меня, у меня в первых отношениях в общем, была такая история, что я взял свою жену на работу, вот мы потом там на работе ругались, дома ругались. Вот, короче, на работе работе не было, дома не было семьи. Вот я, так, ну вот как, из такого же ложного себе сформировал убеждение. Все, никогда больше не буду иметь кого-то общего дела или бизнеса со своей женой или вообще с родственниками и так далее. И тут прошло там лет 4-5, я ресторан открываю, уже там я один. Вот, и нашел на <тёжный> на воркеей, э, ну, Ира тогда как это хотела на официант или на, на бармена. Я говорю, не, на бармена как-то это, это для тебя сильно мало. Я говорю, давай маркетолог. Вот, в общем, Иру я нашел на Work.ua. То есть, о, вот, это, вот это как из отклика. Вот вы этой даже не можете, осоз... ну как не можете подержаться за это. Вот. Потом э, тот э, управляющая, которая была, я смотрю, она не тянет, Аира, маркетолог, но она вроде ну, реально более все это понимает, осознает. Все, давай ты будешь начальником, будешь директором этой, этого ресторана. Хорошо. И тут мы как-то строим этот ресторан, что-то разговариваем вечером, и я чувствую внутри себя ну какое-то чувство такое, очень, очень какое-то очень теплое. И, но это не про, не про сексуальное влечение, не про какие-то, ну то есть не то, что... И тут я вспоминаю, я же себе пообещал, никогда, <laughs> никогда в жизни не буду э, иметь общего бизнеса ни с кем там, из, э, ни жен, тем более с девушкой или женой. Я, я, я тут понимаю, из этого отклика, блин, ну если я сейчас не пойду в это, то я как бы, ну я, я чувствую, что я потеряю что-то. Я потеряю что-то намного более важное, чем я могу потерять, чем ресторан. Понимаете? что ресторан мой, я, я, я так я понял, да пусть мой ресторан развалится, но я должен в этот опыт пойти. Пусть он закроется, там все что угодно произойдет, но я должен в этот от, опыт пойти. Вот этот отклик, он против всех моей прошлой, против моего опыта прошлого. Вот, но я понимаю, если я этого не сделаю, я свою жизнь проживу не зря, ну, то есть не полностью. Вот и вот так мы теперь вот вместе. И что после этого у нас был там а, только пирожные, конфеты и а, букеты? Да нет, это единственный человек, женщина, которую я хотел ногами вытолкать из машины и побить. Я даже иногда пугался, пугался, пугался своего состояния эмоционального, понимаете? Вот. И после каждого такого конфликта, который у нас был я очень удивлялся, что мы оказывались ближе и ближе друг к другу. То есть у нас после каждого конфликта с ней причин для расставания становилось меньше. Это меня пугало на самом деле больше всего. Так, ребята, так, спасибо. А я думал, где такую чудесную Иру найти? Work.ua рулит. Так, хорошо с откликом немного понятно. Чем это интуиция. Отклик от эмоций. Там был вопрос. Смотрите, эта тема немножко широкая, большая. Иры, привет. <свык> Улыбающийся. Для того, чтобы почувствовать истинный отклик, вам надо дозреть свою психику. То есть психика должна дозреть, понимаете? Потому что до этого вы, вы не можете различить. Что значит дозреть? Вот тут у меня очень классное сравнение такое приводит. И почему вам важно дозреть свою психику? Потому что плод становится вкусным, когда он созревает. Пока, пока там как-то все еще перемешано, непонятно, там не сформировался плод, его не сформировался вкус, и не сформировались семена в нем, вот этот плод, он, он непонятный, он невкусный, и он даже не способен но реализовать что-то дальше, вот как семян, семена свои, вот. Поэтому если вы вот сейчас уже вам за 18 физически во взрослом во взрослом, во взрослом теле, но психика ваша, или в детстве, или, или частично в детском, или частично в подростковом, а это почти у всех есть: это не то, что у вас недостаток какой-то, то, вот, то э, вы не можете до конца. Uh, вот этот отклик как бы почувствовать, пока у вас паттерны детские срабатывают. А, а когда вы <laughs> дол, долго, долгозреющий плод, а когда вы дозреваете, когда ваша дозревает, тогда вопросы находят свои ответы сразу, напрямую, потому что вы, mm -hmm. у вас как бы посредника между вашим я и вот этим аватаром вашей реализации практически уже не остается в виде ложных персонажей. Что как раз про личность можно сказать? Что именно? Спрашивали, а что личность? Как дозревать? Как ускорить дозревание? Ну что, скажем про нашу программу, наверное, <свот> да? <свот> Вообще это в преддверии тренинга про отношения. То есть вот этот, вот этот вебинар, он в преддверии тренинга про отношения. И его э, функция такая этого тренинга. Первое, это э, дозревать психику. Что это значит? Это значит помочь вам перепрожить те детские, подростковые истории. Которые являются якорями, почему вас все время туда возвращают? То есть какие-то болезненные ситуации внутри, которые вас все время возвращают ваше внимание туда. Вот, и вы не можете остаться здесь. Но это, эта технология, она рабочая. И ну, вот кто-то написал: Я с вами уже до подростка дорос. И это на самом деле неплохо. Вот и многие, так вот, после ретритов наших, они говорят: я очень быстро там некоторые ребята, они которые словили, они прям. На ретрит за ретритом ходят, потому что и... есть люди, которые там первый раз пришли год назад на первый mm -hmm. ретрит, и вот за этот год это абсолютно другие люди. Абсолютно другие люди, они реализовываются совсем… вот Они, они вот знают, что такое отклик, и они этот отклик чувствуют. Вот. То есть происходит вот это дозревание. Оно не так сложно на самом деле. Ну, бывают, конечно, крайности, и... вот. но тем не менее, если… Вы способны понимать, то, то это понять можно и можно с этим работать. Это один процесс. Второй процесс, который Ира больше за него отвечает. Скажи про него. Скажи. Как? Ну да. что быть сейчас? Нарабатывание навыков, которые все время удерживают вас в позиции здесь и сейчас. То есть в позиции взрослые. По сути, мы будем то, что вы называете истинным, мы будем видеть, что это все ложно. Я это называю нелогичная логика. И мы будем просто разрушать эти концепции, которые будут рушиться, и вы будете оставаться в моменте здесь сейчас естественно. И чувство любви или состояние любви это будет вашим естественным состоянием, вне зависимости, есть рядом партнер или нет. Ну и нарабатывание навыка — это взросление в эмоциях, умение с ними взаимодействовать, не прятаться от них, не Убегать, а просто осознавать, что это есть, и с ними все в порядке, просто умение славливать их и не идти за эмоциями, а идти за, за настоящим, за настоящим откликом, это и будет нарабатываться в течение 30 дней, так как все привычки у нас нарабатывались в какой-то определенный период ежедневной практики. Когда вы учились ходить, вы каждый день сначала там переворачивались, потом расшатывались, потом ножками топали, падали. То есть вы, вы определенные у вас было цели и устремления. И вот и мы на нашем онлайн-тренинге будем собирать нашу концентрацию, потому что что создает, куда, вот, что создает наше внимание, что создает нашу ответственность, что создает наши эмоции, и как выбирать это про концентрацию, про внимание. Если внимание и концентрация вам принадлежит, то и жизнь вам принадлежит. Если кто-то забирает ваше внимание, если кто-то уводит ваше внимание туда, куда ему это нужно, в эмоции свои, в потребности свои, время у вас забирает, вы не можете отстоять ни свои границы, ни свои потребности, вы не чувствуете себя и теряете себя, то, соответственно, это про умение и свойство все-таки наработать концентрацию, наработать внимание, ну, этим, по сути, буду отвечать я в онлайне. Мы будем встречаться. Ну, у нас будет онлайн-тренинг. 24 февраля он начинается. Это будет Инстаграм, где будут ежедневные задания. У нас будет еженедельно, по воскресеньям. Онлайн-встреча, где мы будем разбирать по-живому все вопросы, состояния, взращивать, отвечать и разрушать. У Макса будет у меня цель оставаться в настоящем. У Макса разрушать ложное, чтобы вам было легче оставаться в настоящем. Да, вы пока не отключайтесь. Мы, мы тут еще кое-что вам расскажем из самой темы. Вот. Но пока вот мы уже переключились на онлайн. И потом примеры, что в результате вы можете получить по результату онлайна, тоже расскажем. Так. Это все будет в ретрите по отношениям. Да, про отношения. Там да. будет и про границы, и про эмоции, и про эмоциональный интеллект, и про отклики истинные ложные. Но и даже если вы сегодня, вот достаточно очень малого на самом деле, если вы сегодня осознали, что такое ответственность истинная, и вы начнете с сегодняшнего дня идти за откликом, то вам ничего больше не нужно. То есть не нужны уже ни учителя, ни, ни ретриты, ни онлайны. Вы все, вы в свое, на, своей, на своем месте идете по своему пути, и все с вами случается. Но это не то, что не, не нужны учителя, это не обесценивание учителей. Просто отклик, это, это из вашего внутреннего учителя идет. И поэтому, когда вы находите учителя внешнего, он приходит из вашего внутреннего учителя, из отклика. Вот это то, вот эта интуиция, которую вы чувствуете внутри себя, это, это и есть ваш реальный внутренний учитель, который вас ведет. Так, хорошо. По поводу, по поводу онлайна это, это месячная такая работа, в которой вы будете формировать новое восприятие. То есть это среда. Вы привыкли в среде. Как я говорил, там, мы, мы живем в среде подростковой. Мы это с телевизора видим, мы это взаимодействуем даже со своими родителями, с друзьями, на работе. Мы взаимодействуем очень много из подростковых паттернов там. Вот этот онлайн-тренинг – это среда, где вы в течение месяца будете нарабатывать э, взрослое восприятие. Каким образом? Еще раз повторим. Первое это, – это за счет того, что мы будем исцелять детские и подростковые ну, условно, травмы, то есть это то, что нас якорит туда, то есть э, триггерит. Что-то там случается, и ваше восприятие раз туда слетает в, ту, в травму, в реакцию эмоциональную, в какой-то ментальный процесс. Это, это одно. То есть мы там будем все исцелять. Фактически, что это значит? Перепрожить все то, что там у вас было не прожито в любви и принятии, в любви и принятии. Все. Тогда вот это сам... Вам взрослеть, на самом деле, по большому счету, не на, ну, как бы не надо. Вы уже взрослые. Вам надо только психику там исцелить, где она еще западает в детское или подростковое. А Ирод будет давать практики, которые будут помогать вам концентрироваться на настоящем. Понимаете, на это на настоящем моменте, на том, что есть сейчас в реальности, концентрироваться на реальном, вот и жить из отклика. Так, Теперь давайте еще немного по поводу равности. Вот тут хочется еще на этом проакцентировать э -э внимание, что отношения это... Да, давайте мы вообще пос посмотрим, вообще, что такое отношения. Вообще нужны они или нет? Вообще нужно ли вообще это слово? Отношения вообще-то это когда есть какая-то относительность, когда есть что-то большее, что-то меньшее. А когда два равных, какие там отношения? Смотрите, два цельных, два, две вселенные. Какие там могут быть отношения? Есть ли там вообще отношения? Далое отношение, даешь проживание. Вот. Равные, посмотрите, вот это, вот это, вот, вот равностность, это еще один ключик такой, равностность. Вообще, на самом деле, э, сейчас вы вот войдите в присутствие, вернитесь в присутствие, просто в, в чистое наблюдение. Посмотрите, есть ли кто-то лучше или хуже, чем вы? Если кто-то как выше или ниже, чем вы, пусть это будет Далай-Лама, не знаю, Будда или кто-то еще. Он чем-то чем лучше вас, будьте, вот, будьте в присутствии, не идите сейчас там в детское представление там, о Деде Морозе. Вот из настоящего посмотрите. Есть ли кто-то хуже или лучше вас? Выше или ниже вас? Даже ваши дети? Даже бомж на улице? Родители хочется, там мамы, папы. Которые уже из ума выжили. Старые, старые уже не понимают ничего в современном, как жить. Все равны. Все равны. И вот мы будем нарабатывать вот эту равностность, потому что она идет из истинного. Из истинного. И тогда, когда вы, когда вы в равностности, когда мое я, я в моего партнера равны, это вообще даже одно и то же я, вот, то, то мы тут попадаем в, в такое состояние, в такое восприятие, когда мы, мы можем быть одновременно, как я там писал в, пост, в посте, это, когда мы одновременно бесконечно близки, и мы и, и одновременно свободны ж, проживать свою жизнь. Нам не надо притворяться, нам не надо из себя кого-то представлять, что-то представлять. Мы можем проживать свою жизнь и при этом быть максимально открыты, максимально близки друг к другу. Ну и тут открывается новое понятие это бытие. Проявляется реальное бытие, которое есть только сейчас, которое создается между двух равных людей. Это не про привычное быт, да, которое называют быт это как будто что-то скучное уже, да, уже приевшееся. Это то, что живое бытие это то, что есть сейчас, при сейчас, быть при том, что есть. И вот тут вкус самый начинается, потому что вот тут созревание, тут самый вкус, когда вы, когда вы открыты, когда вы каждый момент не через ложное проживаете, а вы понимаете, что вот этот момент это единственное, что есть. Этот момент. И вы, и вы будете невкусный момент какой-то тогда выбирать? Будете ли вы выбирать партнера или кого-то, я не знаю, какой-то какое-то место, или где вам вообще не надо быть, или где-то, где, вот вам, вам не вкусно, не радостно, не... Потому что надо, потому что так социум говорит, потому что государство так приказало, вот. или другие так делают, или из-за лояльности к родителям, потому что родители так жили, я не могу жить лучше или хуже. Да, что мы еще в ретрите, вот, то есть тренинги в этом будем очень с этим работать, это с тем, чтобы э, выйти из ложных, э, из ложных позиций из позиции ребенка по отношению там, где мы не ребенок, из позиции родителя там, где мы не родитель. То есть вернуться на свое место. Вот это немножко как похоже на расстановках, там, как у Хиллингера, но только без самих расстановок, а просто с помощью своего сознания осознать свое место в системах разных. Вот это, это очень круто работает. Это неизбитая такая тема, она ну, как бы редко сейчас только, только начинает появляться. Вот что в результате вы можете получить? Давайте мы пример вам немного приведем. Расходятся люди. Вот у меня тут первая по списку. Ну, у нас такой пример один, ребята, но вот они хотели, они как правильно, как нам правильно строить отношения? Вот научите, как нам правильно строить отношения? Ребята очень крутые, реально очень продвинутые, крутые. Но, но в результате они все-таки осознали что что им надо по отдельности побыть и пожить по отдельности вот. и по, и они пошли это из отклика они из отклика своего пошли не потому что надо там потому что у нее есть какие-то там возможности у него есть какие-то возможности там и так далее а вот поэтому вы расстанетесь вы можете расстаться с теми с кем вам пора расстаться это крутой результат это реально крутой результат если вы даже без партнера, у вас может произойти такие изменения, которые вы думали, что в партнере проблема. Вот а начнут происходить изменения, что окажется, что с вашим партнером все в порядке. Вот это что он раньше не делал, он вдруг начнет делать для вас, и вы будете удивляться. Он это не делал, потому что вы были не на своем месте. Вот, и, ну и у вас были какие-то паттерны, которые, как условно, через него проявлялись таким образом, как бы вы не хотели. Это у меня на личной консультации девушка была, она говорит... А, ну я понимаю, что такое подростковая взрослая позиция. Ну вот мой брат, моей ну там невестки, да, или кому дарит там а, дорогие украшения. А мне вообще-то украшения дорогие не нужны. Она такая и начинает смеяться, говорит, а, ну да, подростку же дорогие украшения не нужны. Сразу осознала, почему ей не нужны в отношениях такие подарки. Так, а ребенку вообще ничего не надо, то, что взрослому надо. Так что, если вы там где-то вот туда западаете, то там Деньги ребенку не нужны, дети ребенку не нужны, отношения ребенку не нужны. То есть, в принципе, то, что вот и реализация ребенку не нужна. Вот и поэтому, ну мы-то взрослые, и там чувствуется все равно неудовлетворенность. Что, что давайте про нас, как мы докатились до такой жизни немного расскажу. Поздно. Вы uh, еще тут, может, уже устали? Да нет, ну мы сейчас уже заканчиваем, но ну, немного это. Uh, да, мы проходили через конфликты. Я там вот этот отклик у меня был, что uh, я Ире говорил, что мы что мы встретились на самом деле с чего-то, ну на самом деле достаточно высокого, хотя настолько настолько у нас были сильные эмоциональные на пустом месте реакции, вот, что. Мой, 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 моя реакция привычная была, все, надо менять ей женщину. Все, надо уходить, бежать <laughs> Это мое привычное. А, а она говорит, да я с тобой ругаюсь не для того, чтобы расходиться. Это, конечно, меня очень удивило, потому что я не понимаю, зачем ругаться, если не расходиться. Вот, ну, думаю, ладно, давай посмотрим, попробуем так, ладно. Вот, и э, когда астролог мне сказал, Макс, тебе лучше менять женщин. Вот я, я, такой смотрю на свою жизнь, думаю, ну да, действительно, мне, мне как бы лучше менять женщин. Вот. Ну, я тут смотрю, что, ну, в принципе, это мне проще всего. Я всегда, как только что -то не так, все, давайте, я, я буду уходить. Вот. Ну, думаю, ладно, с сырой давай я попробую не менять какое-то время. Ну, сколько выдержу? Вот тут у меня было четкое понимание из того, что я уже там много раз расходился с теми людьми, которые, когда я встречался, я думал, вот это она. Точно. <laughs> вот это она по всем параметрам, и это навсегда. И когда я с Ирой встретился, и у меня опять появилась эта мысль, вот это она точно и навсегда. Я уже просто улыбался со своей этой мысли, потому что понимал, что это просто ну, как бы подростковое такое максимум, что это она и навсегда неизвестно. И так как у нас конфликты были, я понимал, что, скорее всего, это вообще не навсегда, и надо побыстрее убегать из этого. Вот. Но в результате, короче, мы с этими конфликтами, у нас был опыт. У меня был опыт работать с болью своей, как-то работать с тем, что я видел в ней. И, и, конечно, то, что мы проводили ретриты, тоже нам сильно помогало, потому что ну, как бы в этом росли очень сильно. Потом в какой-то момент мы обнаружили, что мы тоже в, вроде бы все нормально, но мы в какой-то зависимости находимся. И вот да, это в прошлом году произошло. Да, а мы начали вот больше вот с, разбираться с этим, э, когда не на своем месте, когда мы попадаем в роль отца ребенка или там матери или ребенка, и мы и мы заметили, что это есть. И в прошлом году мы начали с этим работать. И это была, честно говоря, такая зона турбулентности еще там. Так что, если вы придете в в тренинг э, там будет зона турбулентности, особенно если вы в отношениях. Но мы вас будем как бы за ручку проводить через эту зону турбулентности. Но ну, вы знаете, как зона турбулентности, когда влетаешь на самолете? Вы на самолете. Вы, вы уже как бы сесть не можете в аэропорт. Вы, вы, вы уже летите, все. Вот И наша задача просто вас провести. Останетесь вы там вместе, не останетесь, неизвестно. Но ваш, ваш, наша задача вас просто провести через вот это то, что там внутри у вас будет происходить. Но то, что в результате получится, вот, ложная, вот эта турбулентность, она ложная из вас начнет вы, выкидывать. Вот. И в результате после прошлого года у нас пришло такое, что мы допускаем, ну как-то этого не было, мы как-то были привязаны друг к другу. А тут мы чувствуем, что мы на самом деле свободны друг от друга. Вот что можем разъехаться, что мы можем какое-то время жить вообще отдельно. Вот мы еще не, разговаривали, не говорили про развод, но почему бы и нет? Мы об этом поговорим. Да, то есть это ничего не меняет, это никого не обижает, это никого не пугает. Понимаете? То есть мы вместе не потому, что у нас есть штамп, потому что у нас есть ребенок или потому что у нас общий бизнес. А вначале было такое. Вначале было такое, что у нас общий бизнес нас как бы держал вместе, потому что его же надо как-то это доделить или продавать, что-то с ним делать, зависимость. Вот. А сейчас этого нет, что мы вместе не по этому, а потому что нам вместе лучше, чем по отдельности. А если нам надо побыть и по отдельности, значит, надо найти возможность побыть по отдельности. И каждый отвечает за эту потребность, да, свою потребность, и об этом говорит, и ты сам ее реализует. И эта потребность побыть одному, она приходит не потому, что там, а из моего отклика. А когда она придет, неизвестно. Как, ну, это, это ну, многими вещами может быть обусловлено. Вот поэтому вот тут мы начали приходить к тому, что э, нам хорошо вместе, и, и, и мы с, не безболезненно начали принимать что мы можем быть по отдельности. Нам хорошо, и по отдельности. Да. То есть начало дозревать вот наше вот восприятие такое, что мы можем быть по отдельности. И нет обиды, потому что если, если мы будем. Если есть обида, то это кто обижается? Ребенок обижается. По отношению к кому? К родителю. Вот, но. А мы в прошлом году с этим очень хорошо, так ну как бы работали. Вот и мы в, в тренинге тоже на это обратим, такое как бы ну, существенное внимание. Ну, из опыта, который прошлого ретрита нашего онлайн, у нас участвовала один партнер, участвовала Наташа а ее муж не участвовал, но во время онлайн тренинга она все время делилась, что с ее мужем все время тоже происходит трансформация, изменения, переосознание, как будто бы он участвует, а, потому что он как в поле, да, все же наши окружения начинают работать вместе с нами в одном поле, и а, у них застои в отношениях переросли в, ну, в новые отношения, и они начали с друг другом заново знакомиться. И плюс а, а, те застои, которые были в других сферах, они начали. А, прорывать там вещи, которые они там, или машину, или что-то давно пытались продать, не могли продать, и у них это продалось мгновенно, так как они хотели по той же цене, и прямо они не поняли, как это произошло. Да, почему? Потому что мы тут заходим вроде с темой отношений, но на самом деле это про взрослость. И эти отношения, они вы сможете их э, осознать и, ну как, и простроить это в своей профессиональной деятельности, в дружбе, ну то есть в остальных сферах жизни, там тоже отношения есть. Вот и когда вы там тоже на своем месте, и вы тоже со взрослой позиции, вам там вы не изложного там, понимаете? И тогда у вас том же, тоже начинает там синхронизироваться, процессы начинают синхронизироваться. Чем еще взрослая психика полезна? Я тут что-то вспоминаю Олега скрипку. Он первый раз у нас весной прошлого года на ретрит попал. И, ну, надеюсь, он не обидится, что я это рассказываю. И он там делился, что у него, ну, он, он... Очень чувствительный, он очень думающий, очень ну, такой, как бы всматривающий, осознающий. Вот, но мне ну, понятно, что у нас мы как бы в той среде в какой-то находимся и учимся тому, что, чему можем научиться. Вот, и у него в некоторых моментах были нестыковки. С, например там с какими-то ну это в основном профессиональной деятельности дизайнеры, дизайнеры какие-то его все время проекты. подводили проекты там кто-то там лажал он все время там раздражался на этих музыкантов которые играли не, не так как надо там и так далее вот в результате всего там двух ретритов вот за счет того что э, в его психике э, те конфликты которые они ушли, вот событийный план тоже пере... То есть эти конфликты в нашей психике, они создают препятствия в событийном плане. Вот и последнее, последнее время, когда он делился он в слушай, Макс, все так легко получается. И музыканты те, которые надо, и какие-то гениальные проекты начинают реализовываться. Те, которые я там несколько лет не мог найти для реализации, вот раз они вдруг легко, на, на, на легке начинают реализовываться. Потому что внутренние конфликты, вот те вот, то, которые я говорю, то, что вот моя, моя то есть я эту задачу вижу, которые с детства, из подростковости у нас остаются, когда они уходят, мы из настоящего момента, из отклика, вот препятствия уходят в событийном плане, и у нас начинает реализовываться. У нас сейчас дом, мы построили дом своей мечты, реально, даже, ну, вот, это то, что в моей жизни, там, я думал построить дом, там еще в первых, в первых отношениях был. Думал, я построю дом. Ничего не складывалось. Вот. И реально он начал там два года назад, а, а, сдвижка пошла сильная в прошлом году, когда вот мы стали на свои места по отношению друг к другу. Повзрослели. Когда мы повзрослели, взялись взрослое качество, вообще очень быстро все пошло. И, и все ненужные проекты позакрывались, и то, что нужно. Я сейчас, мы сейчас живем в своем доме, и ну, это реально очень, как сказать, ну и в моменте, в процессе пути вашего все время окружают вас гениальные люди. Мы строили дом, и я слышала вокруг, что жалуются на строителей, на еще кого-то. А у нас просто гениальные строители, гениальные работники. Я все время приходила и говорила, что мы такое посеяли что у нас такая крутая команда. У нас основные висят. строители это были священники. Вот. Сосед сейчас, который нам там помогал, он, мы вчера с ним познакомились, они вообще, они в паре, они вчера делились. Говорит, это подарок. Говорит, мы самодостаточные люди. Мы, мы сами себя обеспечиваем. Мы друг от друга не зависим. Вот мы друг другу помогаем. Вот мы живем так, как мы хотим. Ну, там, ему там 60, 50 с чем-то, по-моему, а ей 44. Вот, то есть это вот, они уже со взрослыми, и при том, он еще и целитель Оказалось. такой подп подпольный оказался. Детей ДЦП ставит на, на ноги, причем это да. хобби, да, то есть это он не, не там не со звездами. Поэтому э, это вопрос даже не просто того, что как бы отношения, это вообще вопрос реализации себя вот как духовного существа. Вот, вот. по большому счету нам все равно как бы за что вас зацепить. Сейчас мы вас цепляем за отношения. И это вот я вижу, что 100 человек было сейчас в Zoom, сейчас там 90 человек на Фейсбуке. Вот, то есть эта тема болезненная для многих, потому что мы находимся в детском подростковом, там, где, там, где отношения не решаются. Да, это вы можете сейчас уловить? Мы сейчас проговариваем про как, как, как мы в детском подростковом. Mm -hmm. Вот, из этого восприятия, из этих паттернов, будет у вас счастливое отношение? не будут. Вы там не выйдете в счастливые отношения, но ну, никак. В счастливые отношения вы выйдете, когда сейчас я есть. Я есть, независимо, есть у меня отношения или нет отношений. Вот и там вы находите того человека, который для вас действительно ваш. Ну, как есть тут Максим Москаленко, мне вот нравится, он прям, да, привет, Макс. Вот он, он тоже попал к нам, попал на ретрит на онлайн, Дядь Макс, ну прости, я поделюсь в общем. Он говорит, Максим, вы можете там у меня так болит, я расстался с девушкой, вы можете мне помочь, чтобы у меня не болело? Я говорю, ну давай, конечно, приходи, поможем. Вот, короче, в результате там после ретрит, потом еще живой, вот он говорит, у меня, слушай, Максим, у меня проблема. Я говорю, какая? Говорит, я всех люблю. Я... я говорю, а, так вот она, оказывается, любовь. То было что? То было не любовь. Вот она, настоящая любовь, когда я всех люблю. Пойдешь? Я говорю, так хорошо, ну вот она. Говорит, а в чем проблема? Говорит, а выбирать-то как? Понимаете, в чем проблема? А выбрать-то как? Приш... Пришел у нас тот третий участник. Я, он слышал, он слышал, я всех только люблю. При, только при равных можно родить что-то, творчество какое-то, вот что-то неповторимое вообще, которого не было. Вот, я... И он там дальше пишет, говорит, или это какое-то особое чувство, которое вот я почувствую, что вот... Я говорю, да, конечно, это особое чувство, это про то чувство, тот отклик. Да, про который, про который вы спрашивали, а что как -то отклик? тот, это именно тот отклик, который вы почувствуете. Но, мама. но вы этот отклик а можете ей, почувствовать, когда вы как... целостны, когда вы Я, я отклик по поводу Иры почувствовал, когда я тотально проживал одиночество и принял свое одиночество. Я принял, что я буду один. Вот, и когда я тотально это по-настоящему принял, эту боль прожил, вот и принял. И у меня открылось пространство для вот этой встречи, понимаете? Вот, поэтому как бы наша задача, чтобы у вас не происходило, встречаться с этим и проживать это. И тогда вот как бы вы, как бы вы в целостности можете тогда этот отклик почувствовать. Хорошо, ладно, будем постепенно заканчивать. Тут не напишет, это же дастишь фантастичка, когда святые даже строители, священники. Ну, строители у нас гениальные были, просто... <свят> так, ребята, да. вопросы ответы. Искренне вас благодарю за ценный вебинар, за инсайт, за опыт. Максим, спасибо огромное за книгу. Одна из нескольких, которые... Спасибо. Для вегана это рай. Благодарю. Ребята, мы вам поможем э, даже веганами куда, перестать куда, быть. Куда, 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 куда? Куда, Выйти из ложного представления о себе как о вегане мы вам поможем, о цыроеде или о ком-то еще, о йоге, о просветленном, ну о ком угодно. И жить из настоящего, просто здесь, сейчас. Хорошо, последнее, ребята. У нас вам подарок в виде большой скидки на этот тренинг. Там стоимость.